Давайте начинать тогда. Я думаю, что больше мало кто имеет возможности подойти. Так что начнем в восьмером. Кто вообще в чате сейчас есть? Поставьте плюсик. Кто вообще слышит меня? Супер, кто-то есть. А кто уже был на этом семинаре? Вебинаре, точнее. Никто не был, да? То есть... Отлично, отлично. Все пришли к нам откуда? С Инстаграма, в случае? Нет, не с Инстаграма. Ну ладно, это мы в конце выясним. В общем, всех приветствую. Меня зовут Никита. Я в данный момент официально представляю компанию Z2FMe и нахожусь в отпуске, поэтому сегодня без веб-камеры и немножечко в таком лайтовом формате, но точно будет запись. Я вот уже поставил сейчас 100% на запись, поэтому если кто-то что-то пропустит, то с удовольствием поделимся этим на YouTube-канале. На YouTube-канале тоже в конце дам ссылочку на него. Ну, в серединке, наверное. Также со мной сегодня мой коллега Андрей. Он будет давать различные ссылки, если я его прошу в чат. Соответственно, вопросы можно адресовать тоже какие-то ему. Соответственно, сегодня мы разговариваем о Z-Wave. Z-Wave — это протокол домашней автоматизации. Также мы говорим не только о нем, мы говорим еще о других протоколах, об их плюсах, об их минусах и вообще в целом о том, что такой умный дом и для чего он вообще нужен. И нужен ли он вообще в данный момент жизни. Ну что, давайте тогда не будем тянуть, не будем откладывать и начнем. Что же такое у нас умный дом? Умный дом — это не просто какая-то система, которая, то есть, там, которая дает тебе какие-то бонусы, типа удаленного управления или там двух хлопков и включения света. Нет. Это, то есть, на самом деле большая такая экосистема, которая работает по большей части вне зависимости от пользователя, да, который обеспечит ему не только комфорт, но и безопасность, и вообще уютное пребывание и нахождение в этой экосистеме. Соответственно, также это подразумевает какое-то управление, да, но управление должно быть настолько минорным, чтобы пользователь понимал, что в принципе тут все и так без него работает, и все так без него обеспечивается, и с его стороны вмешательство должно быть вообще просто самое минимальное. Естественно, да, он там может управлять каким-то освещением, там поднастраивать отопление, но умный дом — это не полностью управление всем домом самостоятельно, это просто какая-то автоматизация, которая вам дает удаленное управление. Вот, и соответственно, чтобы понять, что у вас реально стоит умный дом, нужно понимать, что у вас охвачены все 4 спектра. И тут показаны картинки спектра. Это уютное освещение, уютный климат, безопасность. И вот эта картиночка — это у нас управление мультимедиа. Вот, соответственно, написаны все эти слайды. И, в принципе, вот это вот все позволяет нам сделать такую экосистему, которая работает в автомате, но также дает еще вам некоторые инструменты управления этим домом в руки, то есть типа там освещение, управление мультимедиа, и соответственно вы уже тоже пользуетесь им полностью автоматически и используете его там, допустим, с телефона или с какого-то настенного планшета. Что такое автоматизация освещения в доме? Это, ну, не просто какое-то управление с телефона должно быть. То есть все очень часто все и заказчики, и, то есть те, кто обучается у нас, и какие-то, ну, инсталляторы, да, они говорят то, что вот это очень крутое освещение, вот когда ты можешь ходить по дому, кликать на разные там кнопочки в телефоне, у тебя будет здесь все включаться и выключаться. По факту, да, это круто, но реально, если живете там не в каком-то громадном коттедже, то легче всего просто дойти до выключателя — это излишний понт. Если же, да, то есть это большой коттедж, то да, там кнопка выключить свет — это несомненно удобно. И это один из кейсов, который вообще используется, ну, непосредственно в домашней автоматизации. Но по факту, когда свет должен быть автоматизирован, он должен быть настроен так, чтобы
не было какого-то серьезного вмешательства в освещение от человека. То есть, допустим, если там он заходит вечером на кухню, то свет включается там ровно на столько-то. То есть примерно то время, которое человек будет находиться на кухне. Или же, допустим, он просто ходит в ночное время суток по дому и включается где-то определенная подсветка. То есть не везде, там, не во всех комнатах, но только там, где это будет комфортно. Ну, соответственно, какие приборы это обеспечивают? Это обычно релейные выключатели, это диммеры, это РГБ ленты. В принципе, этого вполне хватает. Ну, как бы, что автоматизируют эти элементы? Они обеспечивают автоматизацию бра, общих светильников, каких-то подсветок, там РГБ лент различных, обычных светодиодных лент. И, в принципе, этого ну, с лихвой хватает для того, чтобы все это конкретно автоматизировать. Кстати, да, запись идет, я сам себе напоминаю, что все в порядке. Далее, у нас надежная охрана. Что под этим подразумевается? По большей части во многих системах есть возможность интеграции не только просто там с телефона владельца, да, то есть там вам пуш придет, или смс-ка придет, или там, допустим, на почте придет какое-то уведомление о том, что какой-то датчик сработал, но еще есть и возможность оповещения в неведомственной охране, то есть реально возможный кейс, что к вам приедут дядьки с автоматами, которые будут смотреть на ваш дом. Ну, в общем, как все стандартно, только еще вот с вашим оповещением. Вот. И, соответственно, вот такая интеграция, по большей части, во всех системах есть. Плюс еще это же ну, не просто защита от взлома, да, это же еще ну, защита от протечки, допустим, то же самое безопасность, защита от возгорания. И в этом случае есть тоже возможность оповещать какие-то системы. То есть, допустим, от газа тоже защита, вот от протечки газа есть. Есть возможность оповещать какие-то элементы, которые помогут вам в устранении этих проблем. Ну, поддержание приятной атмосферы в доме означает, что вам не нужно вообще думать о температуре и вообще ну, о самом климате, который у вас дом, потому что все должно быть настолько автоматизировано, что вы там буквально подумали о том, что вот вам хочется, чтобы был чуть прохладен, дом, в принципе, это и сделал. То есть пока это ну, фактически невозможно, но в теории как бы все впереди, все в будущем. Вот, поэтому сейчас есть возможность, естественно, подстраивать какие-то стандартные сценарии в автоматизацию, то есть там нельзя силу мысли менять в режим отопления, но на самом деле можно очень грамотно настраивать такое отопление или охлаждение, чтобы было ну, поистине комфортно находиться здесь. То есть, допустим, это днем там 20 градусов температуры с такой-то влажностью, вечером там 17 градусов, фу, не 17, 19 градусов, то есть мы немножко охлаждаем все помещение, чтобы было комфортно засыпать и легче спать. Плюс еще вентиляция. И если все это у нас умное, то есть автоматизировано, то хороший инсталлятор, естественно, завяжет это, завяжет все эти девайсы между собой так, что они будут работать в каком-то определенном ключе для достижения вот этих вот нормальных условий жизни. Соответственно, вот для этого, ну и какие системы автоматизируются. То есть, в принципе, любые отопительные, любые какие-то там фан-койлы, кондиционеры, вытяжка, приточная какая-то вентиляция, то есть котлы, термостаты, батареи с термоголовками, то есть в принципе реально все используется. Все, что можно, все автоматизируется. Вот. Но еще одна система мультимедиа, это означает, что в принципе вы управляете музыкой, грубо говоря, дома, да, там музыкой и освещением, которое все это тоже динамично меняется, если вы захотите этого. То есть, допустим, у вас будет дома стоять живой звук, то есть вы там нажимаете на кнопочку, и звук следует за вами. То есть, куда бы вы ни пошли, он везде будут включаться колоночки, будут они музыку включать, допустим, да, или что-то такое. Ну, или же, опять же, там, по нажатию одной кнопки на пульте или там на телефоне у вас будет выезжать полотно с проектором, включаться определенный там видеоряд, допустим,
Ну, соответственно, там закрываются окна, там закрываются шторы, свет выключается, то есть делается комфортная атмосфера. Вот. Ну, соответственно, ну, и управление всем, ну, как бы, управление всеми аудиозаписями, что ли, ну, можно так сказать, да, которые у вас есть, и типа включение конкретно тех, которые сейчас вам заходят под настроение. Вот. Соответственно, давайте поговорим теперь про системы, которые вообще есть. Есть проводные системы, есть беспроводные системы. У каждых систем есть свои плюсы, свои минусы. Давайте начнем сейчас с проводных систем, скажу вообще, какие они есть. Это вот у нас QNX, Crestron, Bachnet. Это вот такие основные, ну, основное ядро, которое вообще есть в проводных системах. Это они очень устоявшиеся технологии, потому что они очень долго существуют. У них очень много различных устройств, большой спектр, большие возможности. Плюс они охватывают очень большие площади, потому что они проводные, и, соответственно, провода можно куда угодно растянуть, в отличие от, ну, радиоканала, который, в принципе, ну, более ограничен. То есть, если там сравнивать, допустим, тот же самый Wi-Fi с проводным интернетом, то Wi-Fi, естественно, уступает по размерам. Вот. Ну и технологии постоянно развиваются, то есть это значит, что протоколы большие перспективы, и они активно приобретаются пользователями, они активно тоже пользуются, их ставят, их устанавливают, их изучают. Соответственно, вот такие преимущества у QNX, и в принципе, ну, ничего сказать не могу, то что это замечательный протокол, реально очень крутой. Но, правда, вот дороговат на самом деле, то есть не под всех он подходит по цене, то есть он реально довольно-таки дороговат. Если пересчитывать на, там, на тот же самый наш ZTF, да, то, в принципе, ну, конечно, не в 10 раз, но раз в 5-7 дороже получается, и в нынешних реалиях, в принципе, довольно-таки большие суммы. Вот, но HDL тоже дороже, HDL тоже одна из проводных систем, которая... Ну, там есть и беспроводная сама система, HDL Wireless, по-моему, если не прав, Андрей меня поправит в чате. Вот, и, в принципе, смотря на эти устройства, на этот протокол, тоже там довольно-таки цены, ну, выше за общий проект, да, и, соответственно, там все на проводах, поэтому какие-то нужны конкретные специалисты, которые реально это умеют настраивать, реально это могут, допустим, прокладывать. Вот, ну, еще минус в том, то, что нет возможности... Ага. Еще нет возможности все это закладывать на стадии готовой отделки, да, то есть чистовой отделки. Все, ну, это можно сделать только если вот идет строительство в данный момент, что у вас угловые стены стоят, и там можно расштробить стены, там провода проложить, слаботочку. В таком случае, да, то есть у вас отлично протокол ляжет, и, ну, это будет тоже дороговато, на самом деле, по сравнению с другими, но если вам так надо. Вот, соответственно, самые ключевые недостатки – это цена, это высокие требования к специалистам, которые должны быть реально обучены, ну и, соответственно, нет гибкости. Потому, почему нет гибкости? Да потому что вы один раз заложили, и чтобы это переделать, да это на самом деле очень дорого. Ну, это даже не сколько дорого, это столько, сколько неприятно и долго, потому что вам придется, если у вас, ну, не заложили везде слаботочку, то это придется опять ломать дом, там снимать обои, там какие-то каркасные стены, да, и там прокладывать провода, и потом все это опять ремонтировать, ставить обратно. В общем, это большой геморрой, и, ну, это не очень круто. Вот, то ли дело беспроводные системы. Беспроводных систем на самом деле очень много, то есть там куча стандартов, куча протоколов, и каждый день это дело на себя. Но пока самым крутым является ZTF. Ну и, соответственно, тоже в этих протоколах есть плюсы и минусы. Давайте сейчас мы их обсудим. В чем преимущество вот этих протоколов? Вообще их сколько? Ну, то есть это... Какие основные протоколы у нас есть? Давайте перечислим. Это Wi-Fi, это Inotion, Z-Wave, ZigBee, Bluetooth, 6LoWPAN, LoRa, Thread. Ну, то есть их реально там бесконечное количество. И каждый, они, в принципе, более-менее похожи, но у них есть какие-то минорные отличия, которые не позволяют им работать над всем, вот, как бы не позволяют работать над этими протоколами, да, то есть такая прокладочка,
Забыл, мне нравится на самом деле, но такая есть, которая позволяет более-менее какие-то некоторые протоколы объединять все. HTTP называется она. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста, в чат, прав я или нет. Вот. И я могу позволять работать этим протоколом вместе, но по опыту каких-то событий, да, то есть все это не так очевидно, не так просто работает, как, ну, как говорится вообще по этому протоколу. Ну, соответственно, они все разные, да, и поэтому есть некоторые неудобства. Но зато их можно ставить куда угодно. Они ставятся вообще везде, во всякие интерьеры, то есть на стадии там чистовой отделки, черновой отделки, и все это прекрасно ложится и в крупные проекты, то есть и в большие какие-то объемы, и в небольшие вообще прям супер ложится. Плюс это очень просто ставить, то есть это реально, мне кажется, беспроводные сети — это самые простые, ну, как бы какие-то инстанционные возможности нужны, какие-то знания, чтобы все это правильно поставить. Вот. Ну и, соответственно, технологии быстро развиваются, ну, все беспроводные, они довольно быстро развиваются, да, то есть там появляются новые устройства, они как-то адаптируются под нынешнюю среду, и, соответственно, тоже какие-то хотелки пользователей закрываются. Ну, это не стоит на месте, это радует, что все это развивается, и есть какой-то, ну, какие-то конкурентные технологии, которые тоже востребованы, которые тоже пользуются. Ну и, соответственно, недостатки — это один из самых главных — это радиоканал. Я думаю, мы прекрасно понимаем, почему. Потому что радио не совсем надежно. То есть часто у нас там пропадает соединение, да, там, допустим, ну, спутниковое, да, то есть там у нас сеть не ловит, допустим, интернет плохой. То же самое здесь, то есть если, допустим, будет далеко находиться устройство от контроллера, или там какие-то будут помехи на пути этих двух устройств находиться, то есть возможность того, что сигнал будет ослабевать и даже вовсе не доходить. Плюс еще тут играет роль, то, что вне зависимости от каких-то таких обстоятельств может получиться какая-то ерунда. Вот, то есть, допустим, у нас на объектах стояли датчики дыма, которые непонятно от чего срабатывали. Ну, соответственно, их уносили в другое место, их тестировали очень долго, и они там не срабатывали. Почему они срабатывали, это вообще непонятно, но в итоге там просто за твоих с этими датчиками не зашел, да, то есть бывает и такое. Почему это реально так случилось, точно не ясно, и поэтому, ну, такие нюансы тоже бывают, да. Плюс, опять же, не все аспекты умного дома они охватываются, потому что технологии только начинают, ну, активно в России развиваться, не все устройства привезены, но по большей части все это есть, да. Но не во всех технологиях, потому что некоторые технологии развиваются благодаря Кулибиным, да, каким-то, которые, ну, по сути, делают все это под себя, ну, как про Wi-Fi, допустим, да. И, соответственно, то, что они сделают, то и будет существовать. То есть ни больше, ни меньше. Ну, еще плюс, даже внутри одной технологии есть проблемы с совместимостью, потому что не все протоколы стандартизированы, и не все компании делают так, как делают другие компании, поэтому совместимости даже на нижних уровнях реально немного, и устройства, ну, очень сложно работают в одной системе, даже будучи одним протоколом. Поподробнее про беспроводные технологии, про каждый из форматов. Вот, к примеру, у нас есть наш Wi-Fi. Wi-Fi, в принципе, довольно известный, очень дешевый протокол, на котором по большей части разрабатывают различные ребята, которым интересно. Да, Борис, можно задать вопросы. Сейчас я думаю, что можно задать. Если, ну, не захочу отвлекаться, да, то есть если буду рассказывать, то вот можно в личку Андрею, у которого тоже есть доступ, можно ему вопросы задавать. Вот, пока рассказываю, пока Борис пишет. Вот, и Wi-Fi, в принципе, это довольно такая технология простая, она очень дешевая, она
фактически не стандартизированы, да, то есть там, почему дешево, потому что, в принципе, чипы вот эти ESP-шки, на которых все это делается, они реально очень дешевые, и на них очень просто разрабатывать, да, что-то. Поэтому там не нужно каких-то серьезных вложений, чтобы, ну, чтобы какое-то устройство сделать. Но в этом есть подводный камень, в том, что ну, просто устройство будет слабо совместимо. Вот. И есть еще нюансы в том, что если бы Wi-Fi делал много... Сейчас секундочку, я отвечу. Если бы Wi-Fi делал много устройств, и Wi-Fi им реально пользовались бы, да, то тут уже сама специфика вот этого радиоканала Wi-Fi на 2,4 ГГц входит в том, что если бы этих устройств было много, да, то был бы большой радиофон, и устройства работали бы с помехами. То есть это очень часто явление. Если кто бывал на выставках, там ни сеть не работает, ни Wi-Fi не работает. То есть очень большие помехи между устройствами, и поэтому бывает то, что теряется связь. Плюс еще довольно-таки большое энергопотребление, но это решается посредством там, fixed-low panel, да, но на самом деле, учитывая то, что сейчас есть, это не особо помогло решить проблему, потому что даже сейчас эти девайсы там около 2 недель живут, то что, ну, там мало огранки, которая позволяет реально этим протоколом работать качественно. Ну, это еще значит, что общий стандарт меняется, да, и общий стандарт... Ну, очень трудно его достигнуть, потому что каждый же считает, что он делает круче, и нет какой-то прям такой централизованной системы, которая диктует конкретные условия под Wi-Fi. Поэтому совместимость тут тоже такая себе. Ну, это очень дешево, и можно делать самостоятельно. Это выбор тех, кто любит копаться в железках и делать какие-то умные вещи под себя, потому что сделать на Wi-Fi, в принципе, тоже можно абсолютно все. Каких клиентов больше? Тех, кто делает с нулями деньги, да делает уже имеющиеся жилье при помощи беспроводных технологий. Ну, в принципе, я думаю, то, что тех, кто делает с нуля, потому что не все обращаются конкретно к нам, если хотят доделывать что-то с других технологий, поэтому, ну, вот конкретно запросов к нам больше тех, кто хочет делать с нуля, да, потому что те, кто хочет что-то доделывать, они, естественно, это доделывают по большей части у тех, кто им, соответственно, все это и ставил. Это, конечно, бывает уникальный случай, когда к нам приходят, допустим, из Logitech или с HDL и говорят, что ребята, хотим за твоих. Вот. Но, в принципе, я думаю, что реально те, кто с нуля делают, ну, сейчас умный дом реально побольше. Вот, так. Готов тратить. Ну, в принципе, это, ну, знаете, на самом деле, Борис, это по возможностям каждого человека, потому что ну, кто-то готов. В этом случае нет, смотрите, на самом деле бывает так, то что, ну да, вы по большей части правы, потому что если кто-то там ставил какие-то умные лампочки у себя, там разные робитеки и прочее, там, или там Wi-Fi технологии, или там Zigbee, то там же не комплексная система оборудования. Я просто сейчас рассказывал про то, что там не очень много различных средств, не очень много различных устройств, которые позволяют все это сразу охватить. И поэтому вот обращаются конкретно люди туда, где спектр довольно-таки побольше. Вот. Угу. Так, идем дальше. И у нас есть вторая технология, тоже довольно-таки крутая, называется Bluetooth, в принципе, тоже довольно-таки известная технология, и ее сейчас подводные камни в том, что она действует на небольшой радиус действия. В основном она тоже довольно-таки крутая, то есть там и довольно-таки много данных можно передавать, и канал вообще надежен, и шифруется, и тоже довольно-таки дешев. Но вот небольшой радиус действия убивает вообще все возможности этого протокола. Поэтому на нем делают только какие-то йод-гаджеты, типа там смарт-часов, смарт-очков, там каких-то разных фитнес-браслетов там и разных таких штук. Вот, по факту, почему Bluetooth вообще довольно-таки
протокол, потому что в скором времени, точнее, если помню, уже вышел Bluetooth 5.0, в котором есть возможность ретрансляции сигнала. Это означает, что теперь Bluetooth не ограничен там топологией звезда, да, но он становится как бы полноценной межсетью. И очень будет интересно посмотреть вообще на то, как этот протокол будет развиваться с течением времени и что у него вообще получится. Но, в принципе, это, ну, довольно годная идея сделать сейчас это в Bluetooth 5.0, и вообще возможно то, что реально какие-то устройства появятся, даже возможно, ну, как бы от Apple уже появились на самом деле, это HomeKit. Вот, то есть возможно это направление будет дальше развиваться и что-то в Bluetooth будет интересное. Ну, давайте теперь перейдем к Z-Wave, то есть таких вот два мы охватили. Я еще потом могу рассказать про ZigBee, если интересно. Вот, но сейчас поговорим о Z-Wave. Кому интересно о ZigBee, послушать плюс в чат. Вот, Z-Wave. Z-Wave это тоже, на самом деле, очень крутой протокол, то есть он пока что на момент по техническим спецификациям реально почти что самый крутой, если не самый крутой, почему? Потому что у него вообще просто есть все, что нужно вот на дню, там, для надежности, для передачи сигнала корректного. То есть реально есть все, все там охвачено. И он не стоит на месте и развивается. То есть, если говорить про какие-то преимущества, да, то это шифрование, надежная передача данных, межсеть. Межсеть это означает, что есть ретрансляция и возможно есть возможность передавать сигналы на большие расстояния, ну, не на огромные расстояния, но на большие расстояния в ролях наших коттеджей. Да? Шифрование, там, трансляция сигнала. Шифрование тоже сейчас самое лучшее, то есть даже лучше, чем MIS-128. Ну, как бы не лучше, но просто там шифруется передача данных на уже даже при включении в сеть устройств. То есть даже нельзя перехватить какой-то сигнал, чтобы понять, что это устройство, что конкретно это устройство регистрировалось в сети. Вот, но ну еще плюс более-менее доступна цена по сравнению с проводными протоколами, но фактически самая дорогая беспроводная технология. То есть это такой вот среднячок между всеми автоматизациями беспроводными, да, но это стоит того, потому что это долговечно, это надежно, то есть через 10 лет устройства точно так же актуальны, они стоят, то есть там десятками лет, и все исправно работает. И даже все те, которые устройства выходят новые, да, они все равно тоже работают со старыми устройствами и работают, ну, полноценно. То есть нет каких-то там урезанных функций, чего-то еще, то есть все это работает в одной системе. Конечно, тоже там есть исключения, но это на это они и есть исключения. Вот, и, соответственно, монтаж на любой стадии, как уже мы поняли, да, то, что проводные технологии ставятся у нас только при закладывании объекта, а беспроводные вы можете вообще когда угодно зайти на объект. То есть неважно, что там сейчас находится, можно прийти, уже сделать смету, посчитать что-то и даже там что-то закупить, допустим. Вот. И какие у Z-Wave были недостатки? Раньше Z-Wave был вообще в России не особо официален, потому что не была представлена частота 869 МГц, российская частота, а была только нелегально ввезенная 868-42 МГц. Это европейская частота, которая ну, сейчас тоже ввозится неофициально, она дешевле, потому что там, ну, не платится за растаможку. Но по факту это, ну, не очень хорошо влияет на вообще развитие ее рынка в России, да, то есть конкретно умных домов. И об этом мы тоже чуть попозже поговорим, почему в скором времени это станет уже фактически нереально, и цены на европейское будут такое же, как на российское. Вот. Плюс в Z-Wave еще... Конечно же, можно. Ну, можно замерить, но готовьтесь платить за это большие деньги, за переделку конкретно коттеджа. То есть нужно же будет провода проложить, все вот эти, да, и какие-то купить и конечные устройства, которые там дешевле в два, фу, дороже в два раза, ежели беспроводные. Борис, смотрите, на самом деле
Тут угасание сигнала не особо важно, потому что данные, которые передаются в Z-Wave, они реально, то есть очень маленькие по размеру, и там, ну, это не влияет особо на передачу сигнала. То есть это вообще никак не влияет там, то есть примерно на всем радиусе действия, да, то есть только там на метров 10-15, если это открытая местность 120, да, то есть в принципе нет какого-то затухания, там недодачи сигнала. То есть в принципе, ну, по сути, да, то есть если там не достает, то сразу все это обрубается и все. А если это используется в реалиях, там, допустим, в квартире или коттедже, да, то получается, что возможно просто из-за того, что есть какие-то помехи на линии, то все это будет сразу просто обрубаться и все. Есть с Wi-Fi, например, проблемы. И вообще с любыми протоколами без проблем есть такие проблемы. Это на самом деле уже такое, ну, больше заморочки оператора, чтобы он правильно эти устройства расположил, чтобы они правильно работали. Не-не, на самом деле количество данных по Wi-Fi, если вот мы смотрим там, допустим, на то, что мы сидим, там смотрим какой-нибудь сериал, допустим, или кино, смотрим через интернет, да, через Z-Wave это невозможно, потому что передача Z-Wave только каких-то определенных мелких пакетов, и то есть это не потоковый протокол. Wi-Fi может передавать потоковые данные, но не по ESP-шке. ESP-шки, по-моему, хотя нет, они тоже могут передать, потому что у них, в принципе, ну, спектр широкий, да, довольно-таки. Ну и канал широкий. У Z-Wave он, естественно, поуже, да, и, соответственно, данных можно поменьше передавать, но зато они, ну, все доходят, и скорость, ну, она маленькая, в принципе, но этого с лихвой хватает, чтобы передавать те объемы данных, которые вообще есть, ну, те объемы данных, которыми обладает вообще Z-Wave. Обратная связь с прибором, конечно, реализована. Всегда вы будете знать о том, что у вас сработало, что не сработало. Если же это реально не сработало и там, вы кому-то отправили, но она не дошла, то об этом вам тоже сообщится. Там есть специальные алгоритмы, которые, ну, которые мы изучаем у нас на семинарах, которые проходят примерно раз в месяц, раз в полтора месяца у нас в офисе. Кто хочет, Андрей сейчас кинет ссылочку на запись. Да, то есть определенно есть вот эта обратная связь. Так. Андрей, я думаю, ты позаботишься о наших великолепных гостях и скинешь ссылочку. Спасибо. Вот, и еще самая такая хорошая, зато и приятная положительная вещь, то, что все устройства разных брендов, вообще всяких разных, они совместимы друг с другом. По большей части тоже есть исключения, но исключения есть всегда. Давайте тогда уже я не буду, чтобы там не кривить, я уже буду говорить, что все работает, все круто. Вот. Да, Андрей, спасибо большое. И что значит совместимость между устройствами? Это значит, что, в принципе, вы возьмете любой бренд, который есть, да, включите в одну сеть их, в один контроллер, и они будут друг с другом взаимодействовать. И они будут и с контроллером работать, и между собой работать, и еще свои основные права выполнять. То есть это реально довольно уникальная вещь, потому что вот вы там думаете, то, что вот там, да, это, в принципе, довольно обычная вещь, там в Kinix такое есть, в HDL, да, но в беспроводных-то не все так просто. На самом деле, реально, там очень много разных нюансов, много разных проблем, потому что вот в том же самом ZigBee, о котором сейчас мы тоже поговорим, ну, мы сейчас к нему плавно перетекаем. В ZigBee есть такие устройства, в которых не заложена возможность исключения без контроллера. То есть их возможно исключить только посредством какого-то контроллера. И поэтому, если у вас контроллер там улетел куда-то, или уехал, или сломался, то устройство просто теперь обычная железка, она больше работать не будет. То есть, если вы не исключили этим контроллером, да, то все, железка больше не работает. Вот это говорит о совместимости между устройствами. То есть, это вообще прям такая вещь, которая на самом деле быть обязана, но не везде она есть, потому что все же, естественно, под себя клепают. А в Z-Wave все это совместимо между собой. То есть, любой бренд, который вы используете, он будет, ну, на 95% он работает
с другими девайсами, и со старыми девайсами, и с теми, которые скоро произведутся, и вообще то есть совсем. Это потому, что все есть у нас наш замечательный ZTF Альянс, который диктует правила создания этих устройств. И каждое устройство, которое создается, да, ну, официально, каждое устройство, которое создается, оно проходит обязательную сертификацию в этом альянсе. И без сертификата это устройство не может существовать на рынке ZTE. Вот, я давайте ZigBee поговорю немножко. Ну, вот на этой табличке вообще показано, что за беспроводные протоколы есть. Я пока сейчас ее оставлю, можете ее посмотреть. Потом также дам презентацию. Сейчас, кстати, открою для скачивания. Да. Вот, теперь можете ее скачать. Вот, и ZigBee. ZigBee это, в принципе, тоже довольно-таки крутой протокол. Это прямой конкурент ZTE. Почему? Потому что, в принципе, все то же самое, только без шифрования. Ну и с низкой ценой. Ну и без поддержки между разными девайсами. Вот, в принципе, и все. То есть, поподробнее этих пунктов, если останавливаться, то получается, что это не так круто, как кажется на первый взгляд. Без шифрования, ну, то есть не все устройства там, по-моему, с шифрованием, очень мало их на самом деле, да, и, соответственно, их можно спокойно перехватить и ими точно так же управлять. Это нам точно не надо, это не очень круто, и поэтому тут ZigBee уже немножко проигрывает за твоего. По цене, да, он довольно-таки дешевый. То есть он намного дешевле, конечно, устройство дешевое, но опять же там небольшой спектр. Там не все аспекты охвачены, то есть там, допустим, термостатов нет нормальных. Ну вот из ZigBee, что вы знаете из ZigBee? Вы знаете Xiaomi комплект? Кто знает Xiaomi комплект? В общем, Xiaomi это такие ребята, которые... Андрей, если найдешь ссылочку, вообще можешь скинуть, пожалуйста, ребят, ну, что такое, ну, ZigBee на Xiaomi. В общем, это Xiaomi, это же, ну, знаете, там разные телефоны они делают, там разные, там, в общем, Китай. Китай, который делает дешевые вещи. Вот, ну, соответственно, у них тоже есть умный дом, он работает на ZigBee, очень дешевый, но там всего пару, там, 6, что ли, устройств, которые не, ну, то есть работают довольно-таки проблемы с другими ZigBee-устройствами, и поэтому вот, соответственно, не все охвачено, не все можно сделать. То есть это вот как сказал у нас Илья, где, да, Илья сказал про то, что это... Нет, у нас Борис сказал то, что это просто какие-то игрушки, да, то есть какие-то там умные лампочки и прочее. То есть по факту ZigBee на этом и основан. То есть кто реально хочет себе делать автоматизацию, кто смотрит в будущее и, ну, то есть реально понимает, что умный дом это реально востребованная вещь, и сюда лучше вложиться, ежели там взять какие-то копеечные игрушки, которые будут там популярны какое-то время, потом они все просто забьют, потому что это просто игрушки на самом деле, то вот те ребята берут какие-то серьезные протоколы, типа там QNX, ZTE, там Клистроны. Вот, ну, то есть ZigBee это по большей части игрушка, да, то есть и в которой нет по большей, ну, нет поддержки между устройствами почти никакой. Вот. И ZTE еще хорош тем, что очень много производителей. То есть устройство на любой вкус вообще кому угодно, какие угодно устройства. Все это можно точно так же там из-за рубежа заказать сюда привезти, можно у нас это все приобрести, потому что у нас, в принципе, представлено около где-то 40 или 30 различных брендов, в которых около 350 устройств, и поэтому, в принципе, тоже вольны пользоваться чем угодно. А если чего-то нет, то мы это, возможно, даже привезем. Может быть, даже специально под вас. Ну, а также ZTE хорош своим дизайном, потому что у ZTE реально очень няшечные устройства, особенно у Fibara и Aeon. Это, ну, вот, допустим, мы сейчас видим на фоточке, это стартовый комплект Fibara, называется Fibara Starter Kit, и на фотке реально очень приятный девайс. То есть, тут у нас там есть датчик открытия двери, есть датчик протечки, есть у нас что-то замечательный, известный всем глаз, это датчик движения, который реально так выглядит, как глаз, то есть кошачий.
Ну и, соответственно, есть еще вот датчик дыма у нас. Тоже он вообще считается самым маленьким датчиком дыма. И если бы ни одно там техническое изменение в нем, то Федара бы продавала вообще, то есть и просто так на самом деле, там ни за кого относящийся, да, то есть она продавала вообще везде, где угодно, потому что он вообще всем очень сильно нравится. И очень часто просто так по нему звонят и спрашивают вообще. То есть я хочу просто там поставить себе в систему, но вот, типа, можно ли там управление подключить. Проводную, к сожалению, подключить нельзя, потому что вот Фибар эту возможность убрала. Вот, ну и розетка, и сам контроллер еще есть. Все это прямо симпатично выглядит, это все очень компактно, маленькое, вообще очень скрытный интерфейс монтируется, и все прям супер. Мы теперь немножко проговорим встроенную систему, потому что, в принципе, по большей части всегда все делится на две части, то есть это стандартная цена и премиальная цена. Из чего они вообще складываются? Стандартная это, ну, давайте мы просто берем самый усредненный объект, который только возможен, ну, допустим, какой-то коттедж, да, или там трехкомнатная, четырехкомнатная квартира. И, то есть, в принципе, он не маленький, не какой-то мега огромный. Ну и, соответственно, цена этого проекта примерно будет 290 тысяч, может быть, даже меньше. Потому что настройка плюс инсталляция может, ну, по сумме оказаться реально меньше, чем стоимость всех устройств. Вот, ну и получается, что у нас конкретное устройство стоят, то есть там это не полная комплектация, да, то есть там не 150 тысяч миллионов устройств в каждой комнате, ну, то есть там стандартно, то есть какое-то освещение, какое-то отопление стоит, пару датчиков там на входной двери, на каких-то окнах, да, и контроллер, Барис контроллер самый дорогой, по большей части, вот, контроллер, и вот у нас вот все настраивается. За это примерно берут 140 тысяч за настройку, но сейчас в наших реалиях берут, естественно, уже поменьше, то есть там где-то около сотни. Обычно цена инсталляции это 50-100% от стоимости оборудования. То есть, допустим, если нужно поставить рулежку, да, то за установку и настройку можно взять 2000, к примеру. В таком формате. То есть, ну, примерно это вот так вот и выглядит. Вот. И есть еще премиум-система. В премиум-системе у нас, естественно, полное управление там и фан-койлами, там и кондиционерами какими-то, и приточкой, и жалюзи, и там еще стоит управление мультимедиа, и там полная охранка, полная интеграция. И здесь даже, ну, не, ну, цена оборудования, в принципе, растет не сильно, то есть она может вырасти там не до 350, да, там до 250, допустим, то есть на сотку меньше, но сама инсталляция будет дороже, потому что это уже не стандартные задачи, которые, ну, выполняются шаблонно, да, и за это уже реально нужно будет платить, потому что это реально какие-то сложные вещи, которые реализовываются там не за 15 минут, а их нужно самостоятельно продумать под каждый объект. Поэтому уже они стоят конкретно такой суммы. Но на самом деле дом получается очень заряженным, потому что там очень много девайсов, и вообще, то есть можно вообще все что угодно автоматизировать. Так. Да, Борис, вы абсолютно правы. Настроен, смотрите, там, я не помню, в этой вообще будет презентации, нет? По-моему, нет. Ладно, дайте я сейчас как-то расскажу вообще, как все это работает. Вот. Так. Как это работает, то есть вы абсолютно правы, то что есть какой-то, ну, типа сети, в которой включается только наше устройство. Эта сеть называется Home ID, то есть Home ID это по сути как ну, серая IP, то есть это IP, который за NAT находится, да, даже не видно, ладно, это в общем как MAC-адрес этого девайса, и этот MAC-адрес, условно говоря, присваивается всем девайсам, которые включаются в сеть, в эту сеть. И эти устройства имеют собственные ноды ID, которые, соответственно, ну, просто являются их IP-адресами. Вот. А если и устройства обмениваются информацией между собой только в случае, если у них одинаковый Home ID. Если же они разные, но они там, допустим, видят себя в эфире, да, друг с другом, то они просто друг друга игнорируют. Но если же Home ID одинаковый в этих пакетах, то идет уже эта обработка этого конкретного сигнала.
Я думаю, что я видел ваш вопрос. Идемте дальше. Затруд еще хорош тем, что мы куда угодно входим, где угодно ставим наш умный дом. То есть это даже в готовые интерьеры можно входить, вообще в любые, все что угодно там автоматизировать. Но я думаю, что поэтому уже говорю, поэтому давайте чуть дальше пойдем, потому что я уже довольно долго на самом деле рассказываю, меня на лирику потянуло. Вот. Плюс еще зато хорош тем, что охватывает вообще все что угодно. То есть это и жалюзи, это и освещение, и какие-то камеры, и отопительные, охладительные элементы, фан-кулеры, и вообще все что угодно. Ну, там еще энергопотребление можно считывать, потребление воды, ну, в общем, там реально куча вещей всяких. Вот, и опять же, чем хороша система, конкретно для инсталлятора? Тем, что она, у нее есть собственные фишечки, которые делают, ну, решают по большей части все проблемы, которые касаются сложности установки, то есть вы, по сути, не заморачиваетесь там с какими-то настройками физической передачи данных, вы заморачиваетесь только с настройкой непосредственно самого верхнего уровня, да, который, ну, который вообще используется в настройке, вы только его настраиваете, но, как бы, вы, грубо говоря, являетесь высокоуровневым программистом, потому что все остальное сделал за вас Z-Wave, то есть он и обеспечил шифрование, надежный обмен данными, там, о подтверждении доставки, и то есть и сеть он за вас, по сути, расширяет, вам только нужно включать все это делать. Вот, с вас только настройка логики, по сути. Ну, еще плюс не только, на самом деле, потому что еще нужно будет некоторые вещи интегрировать, и, естественно, потребуются какие-то знания физики, ну, даже прикладное, да, которое поможет вам, там, допустим, котел тот же самый автоматизировать. То есть тут не все так просто. Потому что не все вещи реализуются довольно просто, на некоторые нужно реально потратить свою энергию и свои знания, чтобы это реально сделать. Чайник мы можем заставить согреться в 8.30, довольно просто. В принципе, это вот один из кейсов, который я правильно не люблю, потому что, ну, сами знаете, такие два стандартных кейса, это утюг проверить, удаленно выключить, и типа чайник поставить согреться. Это не для того, что, не для этого конкретно нужен умный дом. То есть, это такие, ну, неизменные возможности, на самом деле, которые, по сути, не всегда востребованы. По факту. Вот. Ну, еще плюс у Z-Wave, в чем его плюс, в том, то, что он масштабируем, и его есть возможность ставить поэтапно. Об этом я дальше расскажу подробнее сейчас. Ну, еще плюс это возможность обсерва хорошая, потому что очень часто выходят новые девайсы, и их есть возможность предлагать уже тем, которые уже себе приобрели умный дом, и которые в этом видят какие-то жесткие перспективы, они за все новые, они, ну, радикально настроены на то, чтобы улучшать свое жилье всякими разными крутыми девайсами, гаджетами, соответственно, если мы эти девайсы поставим, соответственно, мы тоже будем в плюсе. Так, тут должно быть видео у Офибара, но эта площадка больше не работает с YouTube, поэтому мы его пропустим. Вот, и мы дошли до работаем на дома, да, то есть, и я думаю, что, в принципе, уже все поняли, как это работает, да, то есть, у нас есть контроллер, есть и конечное устройство, и есть наши девайсы, и все это работает, соответственно, связывает нас с контроллером, наш, допустим, планшет или телефон связывает нас с контроллером, на самом деле, не напрямую, да, то есть, там еще на пути у контроллера есть определенный там роутер, да, который нам локалку обеспечивает. И потом уже с контроллера, да, то есть вот мы идем сюда вот в обратную сторону, вот у нас на тот контроллер идет информация с планшета, и потом эта информация с планшета преобразуется в Z-Wave сигнал, допустим, вот эти вот модули выключения света. И, соответственно, вот таким образом и все это и работает, то есть такая вот топология. И, соответственно, обратно, то есть если мы что-то нажали, да, там, допустим, нажали на кнопку, и там датчик сработал, то все идет обратно на контроллер, потом с контроллера уже на наше устройство. Сейчас секундочку подойду, хочу взять немножко водички.
Так, да, я снова здесь. Андрей, чат не трогай, это тоже все видно всем, так что не надо его трогать. Так, ну и вот, соответственно, мы поговорили вообще про то, как все это работает, и помни, что у нас есть в нашей сети есть контроллер, да, вот, допустим, это вот вещь главная, такая штука. И для чего он вообще нужен? Он конкретно нужен для того, чтобы устройство включать и исключать, для того, чтобы новым девайсом говорить то, куда вообще адресовываться и как правильно адресовываться. То есть это мы говорим про хранение таблицы маршрутов, плюс также на контроллере крутится интерфейс пользователя. То есть неважно какой это интерфейс, он крутится все равно там. Плюс еще сам контроллер исполняет все пользовательские сценарии, которые были настроены тоже на контроллере. Поэтому контроллер, в принципе, очень-очень-очень важная штука вообще в Z-Wave. И если он падает, то это печаль-беда. То есть это, ну, вообще Z-Wave сам децентрализован, но это касательно только общения, передачи данными какими-то. Но если говорить про конкретно сам дом, да, то есть как бы про его функции, то они все крутятся, естественно, на контроллере. Если контроллер... Что-то странное произошло. И если контроллер у нас упал, то все печально. Вот, и какие контроллеры бывают? Это Home Center 2, это Home Center Lite. У них есть интерфейсы на iOS и на Android, и на веб-интерфейс есть. В принципе, у всех есть на iOS и на Android, поэтому я тут не буду внимания акцентировать и чуть-чуть ускорюсь. Вот, ну и, соответственно, что прикольно в Fibaro, да, в принципе, Fibaro это самая большая ценовая категория, да, то есть там контроллер Home Center 2 стоит 51 800, Home Center Lite стоит 24 000, и за что мы платим? За то, что это очень удобно, практично вообще модно молодежно на самом деле, потому что там все хвалят веб-интерфейс, то, что он самый такой простой, крутой, навороченный, то, что там есть еще и пуш-уведомления, и смс-ки, и email-уведомления есть. Плюс еще там есть возможность, вот конкретно в Home Center 2, это возможность программирования сценариев на новом языке, что дает определенную гибкость, и это реально, то есть очень просто все можно настраивать. Соответственно, плюс еще там есть геолокация. Геолокация это, ну, она на самом деле есть почти везде. Я помню, только в Raspberry нет. Вот, и геолокация, в принципе, довольно удобная штука, потому что вы можете делать определенные вещи, ну, то есть, допустим, включать чайник, когда вы к дому подходите, да, или же, вот, это вот, то есть, вас никак к умному дому не привязывает, вам может умный дом отправить пуш-уведомление, когда ваш ребенок дошел до школы. То есть, отметится на карте точка школы, отметится ребенок, когда они, то есть, пересекутся, да, то мы поймем, что нам придет пуш-уведомление о том, что ребенок в школе. Тоже довольно удобная штука. Плюс еще есть возможность интеграции с разными системами. По большей части это охранки разные, это разные видеокамеры. Вот. И, соответственно, вот он тоже большой плюс, потому что, ну, вот Home Center 2 интегрируется с Apple, больше с ним, ну, никто конкретно так плотно, как Home Center 2, не интегрируется. Далее идет Vera Edge или Vera Plus, немножко два разных контроллера, но по факту это одно и то же. Ну, то, что в них только там железо немножко улучшается с течением поколения, и все, то есть там много плюшек особо не появляется. То же самое с интерфейсом, все то же самое. И чем хороша Vera, тем, что на ней, ну, тут на самом деле это не указано напрямую ее плюс, но на ней возможно работать то есть с ней непосредственно изнутри, да, то есть на ней можно, к примеру, поднять HomeBridge и сделать HomeKit, и у вас будут все девайсы, которые в Vera, они будут показываться у вас еще на вашем яблочке. Соответственно, тоже очень крутая вещь. Плюс там еще довольно приятный интерфейс, но нет русского языка. И там тоже можно большой магазин приложений, из этого магазина приложений можно сделать вообще все, что угодно слепить. Вот. Плюс там тоже есть Lua, но Lua очень замороченный, то есть он не сравнится с фибаровским. Вот. Ну еще софт Z-Wave Soft, это, то есть мы видим тут у нас три штучки, это у нас Z-Wave Soft, это у нас, ну, точнее Z-Wave Stick, это у нас Z-Wave Mihub, это
Дочка моя вот такая вот. И третий это у нас Raspberry через Z. Это вот, соответственно, все наше производство, наша компания Z2FME. Вот эти вот тоже контроллеры, вот эти вот девайсы, которые тоже довольно-таки гибкие. И у них тоже есть вообще все интерфейсы, там и на Android, на iOS, но я уже говорю, что не буду повторяться, да. Вот. И что это такое? В принципе, это очень сильный инструмент. Конкретно вот я сейчас буду говорить про Raspberry, потому что ZWay из ZWave MeHub, они немножко урезаны по сравнению с Raspberry, но не сильно. То есть почти все то же самое в этих двух контроллерах и остается. Ну вот, конкретно чем хорош Raspberry? Тем, что, во-первых, это открытое ПО полностью. То есть возможность интеграции есть вообще с чем угодно. То есть было бы желание, тут уже ну, как бы делать можно все, что угодно с этим. Плюс еще куча интеграции с разными другими протоколами. То есть это не протоколами, а другими оболочками, другими IoT-устройствами. То есть это и Open Remote, это и Tron, это и Iridium. Вот. И с Tron и Iridium довольно-таки простая интеграция. С Tron, потому что вообще у Z-Wave почти, ну, то есть у Z-Wave, по-моему, только вот у Raspberry есть такая возможность интеграции. Вот. И, соответственно, это очень круто. Плюс есть возможность интеграции, опять же, по HTTP с любыми другими там протоколами, то есть с тем же самым QNX или там как он. В общем, реально со всеми протоколами есть интеграция, то есть ее можно настроить. Вот, ну там опционально еще можно добавлять разные вещи, типа то же самое геолокация или пуш-уведомления, но это опять же. Ну, не из коробки, да, то есть это, соответственно, уже нужно инсталлятором с этим поработать, над этим подумать. Вот, то есть это такие задачки олимпиадные. Вот, ну и на самом деле в чем еще большая прелесть, в том, то, что эта штука, тут конкретно Raspberry, да, все три они работают с HomeKit-ом, причем очень нативно, да, то есть мы просто включаем модуль HomeKit-а в интерфейсе и все. То есть все девайсы, которые у нас отображены в непосредственно Raspberry, да, они у нас виднеются на телефоне. Ну, вот, конкретно в iPhone, к примеру, ну, там в iPad. Да, и ну, все это видно, все это работает реально, да, то есть единственное, что там не работает, это удаленный доступ, потому что удаленный доступ требует наличия этого Apple TV. Но если есть Apple TV, то удаленный доступ работает, поэтому, ну, в общем, все те же требования. Голосовой интерфейс, конечно, реализован, но можем через Siri, ну, как бы HomeKit для чего и нужен-то, то есть мы там говорим, Siri, включи свет, включается свет, там, Siri, там, включи чайник, там, чайник включается, там, Siri, сделай потише, там, музыку, она делает музыку потише. Но это, опять же, тоже нужно настраивать с помощью инсталлятора или самостоятельно заморачиваться, то есть это, в принципе, реализовано даже через ту же самую Siri. В там Home Center 2 есть тоже голосовой помощник Лили, да, и там есть еще там у Гугла тоже помощник, вот, в общем, Лили, Home Center, она очень плохо работает, потому что она работает только на английском языке. То есть, если вас это устраивает, то можете ей пользоваться. Если же нет, то вот русский пока еще не подвезли нам. Вот, ну и, соответственно, тоже скоро будет интеграция с голосовым помощником от Google. Но пока точно дата неизвестна. Так что голосовое управление в принципе есть, и да, им сейчас пользуются. Вот, ну и последний контроллер, который мы сегодня рассмотрим, последний брат контроллера, это Zippo Box. О нем, в принципе, мне говорить не буду. Ну, Zippo Box, Zippo Mini, Zippo Tile. Это три разных контроллера, которые тоже, в принципе, на все очень сильно похожи. У них довольно специфичный интерфейс, плюс у них еще есть еще особенность в том, то, что у них есть конкретно вот планшетный такой вот девайс, да, который называется Zippo Tile. И то есть он себе сочетает и планшет, и контроллерного дома, и, по-моему, даже Wi-Fi роутер. На этом кончается преимущество, то есть даже все интерфейсы есть, но ни в чем минус в том, то, что через облако они работают по большей части, и в этом, да, то есть такое, в общем, то есть мы не пойдем интерфейсом умного дома, если у нас нет интернета. Только с Zippo Tile. Но еще плюс в том, то, что они, возможно, они интегрируются тоже с разными протоколами, то есть там S4.3.3, с там QNX все это возможно сделать, конкретно эти контроллеры, да, через шлюзы, которые
Ну, конкретно Zippo Box, то есть это тоже такая коробка, в которую вставляются различные шлюзы, там, допустим, 4.3.3, и появляется еще поддержка другого протокола. В принципе, все. Также на все эти штуки, по-моему, кроме Zippo, ну, вот Zippo-то можно запихнуть Iridium и Tron. Тут, по-моему, Tron следующим, да, слайдом. Это вот Iridium и Tron, это, в общем, два интерфейса. Iridium это плиточный интерфейс, который, можно как угодно его настраивать, он как угодно выглядит. И на него покупаются лицензии, соответственно. То есть там можно разных комнат использовать. Ну, в общем, просто это довольно часто настройка над интерфейсом, если, допустим, не нравится. И его пишут, берут либо кастомные какие-то интерфейсы, либо с нуля рисуют, отрисовывают, пишут, и все это выглядит примерно, ну, как вот на картиночке. Тоже вариантов использования куча, то есть они могут где угодно использоваться, но по большей части используются они на Raspberry, потому что у Raspberry интерфейс не самый простой, не самый доступный для пользователя, но очень понятен для инсталлятора. И вот, чтобы было все понятно для конечного пользователя, часто стоят на него сверху Iridium. Вот, а Tron это тоже довольно крутая штука, это 3D-интерфейс, то есть как это происходит, вы, допустим, загружаете туда модельку вашу, ну, 3D-модель вашего дома, и если у вас ее нет, то ее отрисуют вам в Троне любезно за 100 долларов, то есть любой проект не за 100 долларов рисуют. И, соответственно, в эту 3D-модельку вы запихиваете разные девайсы и, соответственно, можете между этими комнатами перемещаться, нажимая, ну, там, допустим, на красную зону, там, на желтую зону, там, на оранжевую, на сиреневую зону, нажимаете, вас закидывают конкретно в эту комнату или в эту зону, и там появляются девайсы. Вы можете там светом поуправлять, там поярче сделать, там похолоднее сделать, там, допустим, закрыть шторы или, ну, в общем, всем чем угодно управлять. То есть тут конкретный элемент для, ну, как бы интерфейс там для управления такого прям нативного. По экспириенсу, в принципе, довольно удобно, но там нужно все, опять же, пользоваться грамотной настройкой, грамотным специалистом от Трона, потому что не всегда бывает то, что все это сделано довольно приятно и нативно. Вот, ну и подытожим, что у нас есть вообще, у нас есть Home Center, у нас есть Z2 софты, у нас есть VR, у нас есть Zipata. В принципе, у них у каждого есть свои индивидуальные какие-то штучки, вещи, что-то интересное, но по опыту говорю то, что чаще всего приобретается Home Center 2, потому что никто не любит заморачиваться, все любят простоту и в настройке, и в использовании, да, то есть и тут все готовы, в принципе, заплатить немного больше, ну ладно, много больше, и взять что-то такое прям готовое-готовое, но, возможно, с какими-то урезанными функциями. Вот, поэтому самое популярное сейчас это Fibaro Home Center 2, после него идет, ну, конкретно у нас это Z-Wave, разные устройства, потом идет Vera, и потом уже идет Zipata. Вот, и, соответственно, если вам хочется взять, допустим, там, поиграться и понять вообще, что такое Z-Wave, да, то я рекомендую вам брать хардкорный ZV софт, потому что если вы в нем разберетесь, вы разберетесь вообще абсолютно во всем. То, что самое такое трушное, в общем, для таких хардкорных мужиков, это ZV софт. Вот. А если вам просто уже хочется ставить, хочется зарабатывать на этом деньги, то берите Home Center 2 и его изучайте. В принципе, там ничего сложного нет. Вот, и теперь давайте поговорим про управление освещением, про вообще приборы, которые у нас есть в Z-Wave. Их на самом деле очень много, реально много, и они все немножко отличаются чем-то, поэтому сейчас тоже будет о чем рассказать. Вот, ну, я расскажу о разных устройствах освещения света, о термостатах, ну, в общем, сейчас пойдемся вообще по всему спектру, по всему тому, что у нас вообще есть какое представлено. Тут, конечно, будут не все позиции представлены, но по большей части почти все, так скажу, да. Вот, и у нас есть первое, о чем мы говорим, это реле для управления светом от Фибара. Это такая простая-простая штучка, которая монтируется в подрозетник, ставится туда и управляет какой-то конкретной нагрузкой.
То есть это может быть и освещение какое-то, и там просто какая-то нагрузка типа розетки, да, то есть все что угодно, все будет туда включаться, все это будет использоваться. Сейчас, одну минуточку, пожалуйста. Вот, бывает два различных типа реле, то есть это двухканальные и одноканальные, то есть каких-то, ну, больше каналов пока нет, и почему нет, потому что все это монтируется под розетник и выглядит, ну, то есть как обычная розетка, и то есть если бы там было четырехканальное реле, да, то это было бы уже какая-то генерейка, а это не совсем пропаганда беспроводных сетей. Вот. Дальше точно такие же есть релешки для управления освещением. Это ZWF Mi. ZWF Mi релешки, которые тоже имеют... они монтируются, в общем, в подрозетник, но они монтируются с накладочками. Консультацию на самом объекте можно от вас получить. Вот, то есть, чтобы мы к вам приехали и вам рассказали, как что делать. Ну, обычно мы это не практикуем, потому что, ну, это не думаю, что прям так сложно, потому что, в принципе, все это можно как бы обсудить по телефону и, соответственно, мы не сможем делать вашу работу за вас, поэтому, наверное, скорее всего, нет, мы не поедем на объект, чтобы вам что-то рассказывать. В принципе, вам достаточно какого-то плана или описания, мы вам поможем с ТЗ, вообще расскажем, что туда можно ставить, что не надо туда ставить, и какие вообще есть там возможности и примерно потенциал этого объекта. Вот. И эта релешка, она не очень крутая, честно скажу, она не очень крутая, с ней больше проблем, ежели пользы, поэтому они уже давно не пользуются, они не ходовые, то есть, да, они побольше сейчас используются, просто чтобы какими, то есть их просто брать без накладок, да, и использовать, ну, просто чем-то конкретно управлять, да, то есть, там, допустим, они дешевле намного, чем фибаровские, да, поэтому, ну, на них так вот внимание обращают, но по факту они нужны только для какого-то скрытого монтажа, чтобы они просто работали, там, включали, допустим, ну, насос какой-нибудь, и все. Больше, ну, как бы, не годны. Дальше есть у нас диммер, диммер и шунт. Диммер у нас нужен для того, чтобы изменять яркость какой-то лампочки или светодиодной ленты. То есть она будет меняться от 0 до 100. И, соответственно, диммер чем крут, тем то, что он включается в разрыв фазы, то есть по двойной схеме включения. Вообще таких устройств фактически нет, почти нигде, то есть ни в каких умных домах, которые работают разрыв фазы. Но вот есть диммер, который работает конкретно так. То есть он никогда не выключается, даже когда он без питания, да, то есть он всегда через себя пропускает какой-то ток. И потому, из-за того, что он пропускает через себя какой-то ток, да, он может с лампочками слаботочными мерцать. И поэтому, чтобы такого мерцания не было, нужно поставить шунт. Шунт не обязательно совершенно, потому что если все работает в трехпроводной схеме включения, то можно и без шунта. Но бывает так, что он реально нужен, реально необходим. Тут должен был быть видеомонтажа. В принципе, у нас есть на нашем YouTube-канале. Если сейчас Андрей нам поможет и нам скинет в чатик наш YouTube-канал с этим роликом. Ну, посмотрите, реально он, в принципе, довольно-таки простой. Вот, также есть еще RGBV модуль Fibara. RGBV модуль это Red, Green, Blue, White модуль, который позволяет управлять. Это драйвер, в общем, для светодиодных лент, который управляет этими лентами цветными светодиодными, соответственно, выставляет разные цвета, управляет. Вообще там на самом деле довольно-таки универсальное средство, потому что этот модуль может управлять. Ну, вообще он работает по принципу 0,10 вольт, и с помощью него можно, допустим,
тем же самым котлом управлять или там каким-то фанколом, который работает там по нескольким режимам, да, то есть подключаем просто разные контакты к разным выходам аналоговым, да, и, соответственно, ими управляем. То есть, в принципе, это довольно универсальная вещь, не только на светодиодную ленту подходит. Ну и вот какие кейсы вообще есть для этой светодиодной ленты, это, допустим, там обычная подсветка, или там подсветка в сауне какая-то, да, или там, допустим, вот у нас там имитация парктроника есть, да, какая-то, то есть там, если мы близко подъезжаем, по датчику движения смотрим, то сгорается красный свет, или же по датчику температуры определяем температуру воды. Так это основные кейсы. Вот также тут еще есть реле для управления светом филио. Релешки, они, в принципе, покруче, чем фибаровские последние версии, хоть чуть-чуть меньше нагрузки, они точно так же двухканальные могут быть. Вот. Но чем они покруче, тем то, что у них есть сухие контакты. Вот у релешек Фибара, которые сейчас уже появляются, этих сухих контактов нет, есть они, естественно, у Филио. Вот поэтому Филио сейчас немножко, как я считаю, в плюсе. Также есть силовое реле 10-киловаттное, это IoTech реле. У него вообще много разных приспособлений, то есть его можно поставить на целый контур, оно будет мерить напряжение там, для квартиры, для сауны, для дачи какой-то небольшой, там, для электрического котла, и, соответственно, будет им еще и управлять. Также есть обычные LED-лампочки, которые ставятся в цоколе и управляются на включить-выключить. В принципе, не самая востребованная вещь, но довольно такая тоже известная. То есть они бывают цветные, они бывают и обычные, то есть там белые, синие, белые, там желтенькие. Вот. И они все идут под цоколь Е27. Модуль в розетку – это умные розетки, которые вставляются в обычную розетку и делают из нее умную. Для чего, в принципе, они нужны? Это для того, чтобы иметь энергию потребления и, соответственно, автоматизировать какие-то там бытовые приборы, типа ну, чайника там, или какого-то освещения, или, там, допустим, отопительного модуля. Ну, на самом деле, вариантов использования много. Если интересно, подробнее о них расскажу. Вот, есть у нас такая замечательная розетка, о которой вы уже слышали, это Fibar Wallplug, это фибаровский бренд, очень симпатичная, крутая, маленькая, компактная, имеет подсветку на этом девайсе, который индицирует нам о степени нагрузки, то есть она маленькая, большая или, там, или средняя, то есть она разные этапы загораются. Но еще она мерит энергопотребление, да, и, соответственно, все. То есть, по сути, все эти розетки, они на это и годны. То есть, то же самое там и Весплинговская, и Филио. Фу, это опять же косяк, господи. Точно, это вот две розетки, это IoTech 6 и IoTech 3. Все то же самое, тоже вот у 6 IoTech, там тоже, точно такая же есть подсветка, да, и как бы все, по сути, то же самое, только есть USB. Вот. Ну и в принципе они все похожи, только они немножко отличаются по размерам, да. То есть они могут немножко быть больше, да, и вот такие более динозавристые. Ну, по сути, и все. То есть они, в принципе, все измеряют энергопотребление. Вот еще есть такие вот с влагозащитой IP44, да, то есть, допустим, можно поставить в ванную комнату. Вот, ну там еще есть диммеры, такие вот тоже простенькие, тоже большие, они вот могут диммерить разные торшеры, там настроенные лампы, ночники, и у них точно так же энергопотребление. То есть с солетками, в принципе, все понятно, тут уже на вкус и цвет, ну или по цене, да, то есть кому интересно. Они, в принципе, все довольно-таки одинаковые. Вот, на управлении моторами есть два девайса, это у нас Barolier Shutter 2 и Blind Control. То есть, опять же, таких две категории, которые управляют конкретно жалюзи. Ну, на самом деле, не конкретно жалюзи, также еще разными воротами управляют, жалюзи разными там ставнями, руставнями, ламелями, вообще чем угодно по факту. То есть всеми моторами до 220 вольт, то есть там можно по моторам 24 вольта управлять. Вот. И еще у них должно быть 3 или 4 провода в зависимости от схемы подключения. Да, но обычно используется 4-проводная схема. То есть там есть контакты накрутить вверх, крутить вниз, 0 и, соответственно, и земля, да. То есть такие вот, то есть две фазы, 0 и земля. И они все меряют тоже энергопотребление, они работают там при большом даже минусе, то есть их можно на улицу ставить, но для них конкретно какое условие нужно, это нужны концевые выключатели. В принципе, у нормальных брендов, которые производят умные
Не умные, просто обычные электромеханические старые, ну там моторы, да, они все имеют какие-то концевые выключатели. Поэтому, в принципе, вот RolleShutter работает со всем. То же самое с Blind Control, да, то есть почти все то же самое, только у них вот накладочка такая вот кастомизированная, точнее стандартная накладка, да, которая в принципе ни на что не меняется. Она есть такая как бы слоновая кость скругленная, есть такая еще беленькая, Пэрис называется, вот, и поэтому, ну, вот таких вот два варианта есть, но не особо они такие симпатичные, поэтому не часто их берут. Вот, тем датчики безопасности различные, да. Это датчик движения, вообще все датчики в Z-Wave, они мультидатчики, то есть у них не одна функция какая-то должна, а сразу там 3 или 4 или даже 6. Вот, к примеру, если брать датчик движения, там, Fibaro Motion Sensor, да, то в нем есть сразу такие датчики, как ну вот основные, прям как на которые постоянно используются, движение, освещенность, температура. Датчик движения 3 в одном. Он на самом деле как 4 в одном позиционируется, но вот 4 в одном, четвертый вот элемент, он как-то не работает на самом деле. То есть поэтому его ну, логично сегодня рассматривать, это более как такой маркетинговый ход от Fibaro, поэтому ну, вот на акселерометр, да, который там показывает его сработку, лучше не рассчитывать. Ну, как бы есть, да, но он работает не очень понятно. То есть даже там я спустя там 3 года работы в компании, не особо понял, что он вообще делает нас. Ну, как бы понимаю, да, но он такой. В общем, такой. Вот. И, соответственно, датчик очень маленький. У нас сейчас самый маленький датчик движения. Он довольно большую площадь охватывает. Соответственно, он реально, то есть по железу он очень годно сделан, но и по разному по его форм-фактору он реально тоже очень маленький. Вот, но он сообщает температуру цветовую, то есть он сам мерцает как-то, но вообще он очень гибко настраивается, у него очень много настроек, то есть из него вообще можно все что угодно сделать, как он будет выглядеть, только от вас зависит. Вот, тут тоже должен был быть видос, но не важно. Вот то же самое, как почти вот датчик движения, датчик, да, движения motion sensor. Есть такие же IoTech-овские решения, это вот мультисенсоры IoTech 6 в одном и 4 в одном. 4 в одном он довольно-таки крупный, то есть он в принципе размером с кулак, и это не очень симпатично выглядит, если вот брать там, к примеру, вот этого мультисенсора 6 в одном вот этого IoTech, да, то есть он раза, наверное, в 2-1,5 меньше, чем вот IoTech 4 в одном. Вот, у них функции какие есть. То есть у IoTech 4 в одном это датчик движения, температуры, освещенности, влажности. У IoTech это еще там 2 датчика вибрации и ультрафиолетовые датчики. В принципе, все эти реально заявленные вещи, они работают в IoTech. И даже тот же самый ультрафиолетовый датчик, он показывает индекс непосредственно ультрафиолета. Поэтому, в принципе, даже он стоит на солнышко, да, если, соответственно, будет его понимать. Вот. И какая еще прикольная возможность, это работа от постоянного питания. То есть не нужно будет менять батарейки, он будет постоянно сообщать свое состояние. Тоже это ну, очень удобная вещь. То есть это может делать и IoTech, и да, вот я вот тоже я подумал о том, что-то я не рассказал про очень важное, про беспроводные вообще вещи. Сейчас скажу про батарейки. Вот. И IoTech точно так же, вот 4 в одном, он точно так же работает от постоянного питания. И, соответственно, всегда будут отправлять информацию о себе. Вот, теперь сейчас очень важно, это прям нужно послушать, потому что ну, это одна из таких столпов беспроводных умных домов, конкретно Z-Wave. Батарейки. Что вообще, насколько их хватает в устройствах? Обычно хватает при разумном использовании хватает на 2 года. Ну, если выходить в реале, то примерно на год-полтора. Контроллер сообщает, то есть устройство сообщает контроллеру, если там, допустим, устройство разряжается, да, то есть то оно сообщает об этом контроллеру, контроллер уже, соответственно, об этом сообщает нам. То есть если там осталось у девайса 20% или меньше, контроллер нам об этом сообщит. То есть в этом плане все окей, все хорошо, потому что никогда не будет варианта того, что ну, там что-то село, да, и вы об этом даже и не знали. Ну вот, соответственно,
в этом никакой батареек. В принципе, все устройства батареечные, да, то есть почти все. То есть, если говорить там касательно релешек, да, которые вот здесь вот были показаны, или, допустим, там роля-шатра, да, то он подсоединяется, естественно, по проводам. То есть там идет питание на него еще, идет управление на мотор разное, да, там разные клеммики. И, соответственно, он питается уже от постоянной сети. Остальные же там разные датчики, вот эти вот всякие штуки, они питаются от батареи, которые меняются там раз в полтора в год. Вот так вот. Идем дальше. У нас также есть еще мультисенсоры Филио. Вот это 4 в одном бывает, 3 в одном. В принципе, они все довольно-таки реально похожи. У них все примерно одинаковые функции. Только вот Филио, там, допустим, они немножко больше по радиусу действия работают. Дальше уже Vision Security. Он, в принципе, ну, вообще самый простой девайс, то есть в нем есть только датчик движения и датчик температуры. Все, то есть он дешево и сердито. Вот, и, допустим, датчик утечки Fibara Food Sensor, это тоже довольно-таки крутой девайс, потому что у него есть датчик температуры, и он может вообще, то есть он там не тонет, если, допустим, начнется поток, то он не утонет, он не испортится. Он сразу сообщит вам про течки, потому что там три контактных дорожки есть. Соответственно, если мы там хотя бы две замкнем, то он уже сообщит. У него телескопические ножки, и, ну, то есть он стоит вообще где угодно ровно. Плюс, если его взять в руки, то он сообщит о том, что кто-то его дернул, поэтому, там, допустим, ребенок его там схватил, там собаку эту в зубы схватил, потащил, то мы об этом тоже узнаем. Мы, конечно, не знаем, где он находится после таких манипуляций, но мы поймем, что типа что-то с ним случилось, и он не находится на месте. Также его можно там вешать на стены, и к нему может подключаться проводной датчик. Вот, поэтому он, в принципе, довольно универсальный. Кстати, этому девайсу дали, господи, в общем, на НТВ он участвовал в этом, почему, господи, как это называется, программа, в общем, какая-то, в которой ну, выдавали разные типы номинации крутых устройств. Вот это типа устройство, вот конкретно Food Sensor получил типа номинацию чудо-устройство, что ли. Вот так, я сейчас скину ссылочку, посмотрите, тоже довольно интересная штука. Там даже видосик есть полноценный. Да, вот продукция Fibara получила знак чудо-товар программы чудо-техники. Сейчас дам ссылочку в чат. Вот, и, соответственно, идем дальше. Тут опять же видосик должен быть, он не работает. Тут, ну, вот есть такие же датчики Filio или Vespink, они, в принципе, менее симпатичны, но такие же функции абсолютно выполняют. В них есть свои спецификации различные, которые можно изучить подробнее, вот, да, и, соответственно, что в них еще прикольного в том, то, что они пятого поколения, ну, конкретно Filio пятого поколения, Vespink просто уже довольно-таки такой морально устаревший устройство, но, в принципе, тоже пользуется, оно, в принципе, сейчас, ну, такой дешевой категории, так сказать, на пробу. Вот, также есть датчики влажности, это Vespink и Filio точно такие же, они конкретно показывают влажность температуры в доме, они вот закрывают, естественно, какие-то потребности температурных штук. Вот, также есть датчики открытия двери, это Fibara Door Window Sensor, они вообще мультицветные, и к ним еще можно датчик температуры подключить, DS18, MP20, или какую-то кнопку, чтобы на эту кнопку нажимать, отправлять команду на контроллер, чтобы там, допустим, включить охранную сирену или что-то такое еще. Вот, в принципе, они довольно компактные, довольно маленькие, и их очень просто монтировать. Точно так же есть еще вот датчик вертки 3 в 1 Filio, да, он пятого поколения. Сейчас расскажу, в чем разница между третьим и пятым поколением. И, соответственно, есть точно такие же IoT-ковские, которые типа очень прям скрытно монтируются, их можно там врезать, допустим, в, ну, вот конкретно это можно, ну, не можно, а нужно, точнее, он врезается в дверь, прям внутрь, и вообще не заметен никак. А вот этот датчик, он просто очень плоский, да, он вообще прям, то есть реально там буквально пару миллиметров толщиной, да, он питается от аккумулятора, и его можно прям покрасить в любой цвет, и он будет, соответственно, того цвета, который вы захотите. В чем разница между третьим и пятым поколением? Смотрите, в принципе, довольно важная такая тема, но сейчас уже, в принципе, на ней не нужно будет заморачиваться, потому что все уже будет пятого поколения, ну, там буквально через пару месяцев. В чем конкретно разница? В том, что пятое поколение имеет шифрование и большой радиус действия, намного больше, чем у третьего поколения.
Плюс еще скорость передачи данных немножко больше. То есть как бы третий называется просто Z-Wave. Пятое поколение называется Z-Wave Plus. То есть как бы такая просто улучшение протокола, его расширение, его, соответственно, ну, его новый профит, можно так сказать. Вот. И конкретно в чем для нас бонус, в том, что есть шифрование и большой радиус действия. И увеличенная скорость. Вот эти вот три таких основных вещи, которые были заложены в пятом поколении. Также скоро еще будет седьмое, не скоро, там через пару лет, и там тоже куча-куча разных плюшек будет, которые вообще просто потрясно. Но я не буду рассказывать, что такая инсайдерская информация была. Вот. Теперь о датчике дыма поговорим, что такое датчик дыма, у нас мы прекрасно понимаем. И вот этот датчик дыма, в принципе, самый такой компактный, я уже говорил об этом, и реагирует на все, то есть он довольно-таки капризен, да, то есть в этом его и плюс, и минус, то есть он может среагировать на дым и сигареты, да, то есть простой, там где-то далеко стоит, не срабатывает, человек стоит, курит, и датчик срабатывает, но он может и просто так сработать, то есть это, ну, такой он довольно-таки, ну, вот капризный, я говорю, опять же, но, в принципе, работает отлично. Вот, у него есть его этот черный ящик, он называется, это вещь, которая ну, позволяет определить вообще причину сгорания, если даже там устройство сгорело, плюс он еще реагирует не совсем на дым, но реагирует на резкое повышение температуры, да, и, соответственно, мы поймем, что типа загорелись какие-то элементы, загорелись без дыма, там без какого-то смока, да, но там резко подскочила температура, и точно так же датчик поймет, что что-то загорелось. Вот, есть также датчик CO, это датчик угарного газа Vision Security, он реагирует на увеличение концентрации CO, ну и, соответственно, ну, типа это датчик угарного газа, и он там реагирует на задымление, если там, допустим, в гараже какое-то задымление, или там, допустим, ну, начинает, ну, там, какие-то выхлопы, там, допустим, в доме появляются, если, допустим, там окна открыты, и там живете около шоссе какого-то, да, то есть, как бы, такие вот вещи мониторятся. Точно так же есть датчик дыма Филина. Он, ну, чуть-чуть, он абсолютно такой же, как этот Fibara Smoke Sensor, только чуть-чуть побольше. Вот. Точно так же батарея питается, реагирует вообще на все. И, ну, по сути, тоже такой довольно-таки простой девайс на пятом поколении. Вот есть еще счетчики, они измеряют энергопотребление, измеряют расход газа, и даже есть возможность отправки этих значений на, ну, допустим, в ЖКХ, да, то есть это можно настроить, но не через них, а уже непосредственно через контроллер. Вот, также есть замки, они есть с кнопками, есть обычные, которые, ну, модули, которые управляют электромеханическим реле. Вот, и замки, соответственно, замки, они открываются с ключей или с какого-то ключ-пароля, который там можно будет 13 штук, и, в принципе, они почему умные? Потому что их можно удаленно включить, удаленно закрыть, там, то есть что-то с ними сделать, можно там настроить, если там срабатывает датчик дыма, то открывается, соответственно, и замок, и типа путь на свободу упрощается. Вот, есть также еще сиреновая ветвь, она питается от постоянности 220 вольт, но у нее есть специальный аккумулятор, который позволяет, даже если ее вытащили, да, из розетки, то она тоже сработает на какой-то промежуток времени. Плюс они настраиваемые уровни громкости, что тоже довольно-таки полезно, потому что не все любят, когда прям громко-громко вопит, и то есть вот так вот это, да. Вот, плюс это пятое поколение, это увеличенный радиус действия, и плюс сирена ретранслирует, и поэтому, если там, допустим, куда-то что-то у вас какой-то девайс набивает, да, то вот сирена это прям отличный способ и закрыть сразу там несколько потребностей и там в ретрансляции, и, допустим, в охранной сигнализации. Также есть такая сирена на батарейках Vision Security, она точно такая же есть еще, которая питается от 12 вольт. Абсолютно такие же, они одинаковые, что у них есть, они мерцают, они звук большой выдают,
Ну, соответственно, вот их прямые назначения. Точно так же они там работают от разных датчиков, работают, там от датчиков движения, датчиков открытия. Можно их там самостоятельно запускать с кнопки. Ну, в общем, вариантов тоже используем очень много. Вот, есть еще такая туличная сирена ПОП, она с такой штукой, это называется у нас господи, солнечная панель, которая заряжает девайс, и он, ну, вообще-то девайс позиционируется так, что он может работать на природе, да, то есть он там с IP56, то есть он может на него и дождик капать, с ним все будет окей. Вот. И для чего сирена нужна? Для того, чтобы работать, по сути, на улице. И она довольно-таки долго держит зарядку, если там солнышко было, да, то 50 дней без подзарядки какой-то, да, то есть там вообще в ночи может работать постоянно, в принципе. Вот. Плюс еще есть пульты управления. Пульты управления вообще для чего нужны? То есть они обычно, ну, не совсем правильно позиционируются. Если позиционируются, то они говорят, типа, блин, зачем это вообще нужно, если есть телефоны? На самом деле, да, я тут полностью согласен, то, что пульты управления, которые реально, ну, о которых мы сейчас думаем, да, это вообще бесполезные какие-то вещи, это неинтересно, это не нужно. Но из этого тоже можно сделать какие-то крутые фишечки, и, ну, которые реально будут прям нестандартными решениями среди пультов управления. Ну вот, к примеру, Fibera Swipe и Fibera Button. Это таких вот два основных девайса, которые прям, ну, на самом деле разрывают мозги, если он попользуется немножко. Почему? В принципе, вот, начнем с Fibera Button, да, она в принципе реально очень просто. Ну, кнопка и кнопка, да, на самом деле. Но я лично без нее на работе уже не могу. То есть я не могу ни писеть ее, ни поклацать просто так, да, допустим, там что-то подключать, что-то выключать. Она очень завораживает, то есть это реально кнопка, и она может быть красной, а вы понимаете, что красную кнопку всегда хочется нажать. Я серьезно говорю. Вот. И с нее можно кучу сцен запускать. Вообще, то есть все, что можно, в общем, с нее делать. Это сцены запускаются, какие-то там охранные сцены, допустим, сцены освещения, там сцены оповещение чего-то, то есть может быть там тревожная кнопка для пожилых родителей, допустим, да, то есть все что угодно, все можно реализовать. Вот, и Fibera Swipe — это такая штука, которая управляется с помощью жестов, да, то есть вы там рукой приведете перед этим экраном, он сработает, там что-то отработает, да. Там есть много различных функций, и на самом деле видео смотреть надо, если английский, посмотрите видео обязательно, потому что это, ну, реально очень крутой девайс, который реально поражает сознание. То, что там просто обычно взмахом руками, рукой перед этим мониторчиком, да, там что-то меняется, что-то изменяется, да, то есть это очень круто. Плюс еще есть возможность встраивания вот этой штуки в стену, да, то есть она работает через какой-то слой там деревяшки или там слой бетона, и через нее тоже можно передать какие-то команды. Вот, ну сейчас уже пошли такие более скучные выключатели, да, то есть это вот пульты управления, чем они хороши, ну, они тоже пульты управления, и они называются настенными выключателями. Чем они хороши? Тем, что их можно где угодно расположить. То есть их можно там повыше поднять, пониже поднять, можно вообще снять, положить около тумбочки, там приклеить, можно там, ну, около кровати там положить, допустим, можно там для ребенка его пониже опустить. В этом, в принципе, их кейсы и есть. То есть они управляют всем за твоим домом, да, который есть, по сути. Но они ни к чему не привязаны, то есть они тоже батареечные, их можно как угодно перемещать. Вот единственный минус в том, что вот они вот выглядят только вот такими три типами, которые тут есть. Вот такие три типа есть, они только вот так вот выглядят, и все, соответственно, больше возможностей нет, да, то есть все. Но это бывает реально очень нужная вещь, потому что выключатели нужны везде, допустим, если даже делали бы какую-то перестановку, да, вы сделали перестановку, и у вас оказалось так, что выключатель у вас находится за шкафом. Не круто, нужно переносить его. Нет, нифига не нужно переносить, вы просто берете этот модуль, ставите его где вам удобно, и на него уже нажимаете. То есть так вот проблему это решили. Также есть двойные такие же выключатели, про них не буду рассказывать. Вот. Плюс еще есть такие вот скучные прям штуки с 2011 года. Пульты с большим количеством кнопок, которые сейчас на самом деле не очень ходовые, они не очень такие перспективные. Они, ну, не нужны для чего, потому что все это управляется уже, соответственно, с телефона. Мне, конечно, есть такие консерваторы, которые любят всякие такие пульты, там всякие такие штуки, да, и они, естественно, берут такие вот пульты и им все это управляют.
но таких не так много. Вот точно такой же пульт контроля VTEC, это такая претензия на попытку быть похожим на IPHONE, то есть там даже кнопочки такие, как у такого маленького 4S айфона. Вот, но по факту пульт такой себе. То есть почему такой себе? Потому что он очень капризный. То есть в Европе он работает замечательно. Прям реально замечательно. В России с ним нужно попыхтеть, чтобы правильно его настроить. То есть в зависимости от частот там. То есть в России же мы помним, да, у нас российская частота, в Европе европейская. Вот, и на Европе он довольно просто настраивается, а на России там нет ассоциации, поэтому нужно, ну, с ним подзаморачиваться, чтобы правильно настроить. Но, в принципе, если нужен конкретно какой-то пульт такой, да, для управления, то его тоже можно взять, он довольно-таки приятный, да, то есть он симпатичный, приятный. Вот, и теперь у нас разные устройства климатические. И с чего мы начнем? Мы начнем с регулятора теплого пола. Это регулятор теплого пола Zcliff Miflor термостат. Это термостат без интерфейса физического, но им можно управлять, соответственно, с умного дома. И что он делает? Он имеет три режима. Он включает, выключает обогрев. Или же там включает, допустим, экономный обогрев. В принципе, все. То есть больше функций никаких нет. Такой стандартный прям термостат, только без возможности установки конкретного значения. То есть его можно включить или выключить. Дальше есть термостат теплого пола Heat-It. Это довольно-таки крутая штука. Мы сейчас, кстати, делаем видео уже на недельку полторы мы делаем видео, никак все не доделаем. Вот, будет обзорчик на этот термостат. Вот, и, соответственно, что он имеет? Он имеет LCD-дисплей, на котором можно выставить нужное значение и можно подключить какие-то конкретные датчики температуры конкретно к нему. То есть там можно подключить у него внешний датчик, то есть воздушный датчик или там напольный датчик, который будет мерить то, что в полу находится. Вот, и термостат, как и предыдущий, тоже проводной. И в чем его конкретное отличие? В том, что у него есть LCD-дисплей, на котором можно выставлять текущее значение. В принципе, вот. Также есть беспроводные термостаты с недельным расписанием. Это такие тоже олдскульные вещи, которые ну, довольно часто раньше использовались, чтобы не видно сразу расписание задавать. Вот. Ну и, соответственно, довольно простой у него интерфейс, там все просто настраивается, это Brand Secure. В принципе, тоже довольно-таки известный. Плюс еще есть термостаты в комплекте вместе сразу с RL-шкой, которые включают, что-то выключают. Вот, но лучше брать отдельно, потому что RL-шка ну, такая немощная, на самом деле, далеко не мощная. Вот, есть точно такой же секьюрский термостат, только с крутилочкой. Тоже там в комплекте есть RL-шка, да, вот такая вот, но по сути самое интересное, то, что есть крутилка и ну, прикольный такой элемент управления. Вот, также есть еще управление кондиционерами Primatec ZX320, он управляет вообще в принципе любыми кондиционерами, вообще любым, потому что его можно запрограммировать все как угодно, на управление какими угодно девайсами, и все это будет работать. Также у него есть 4 канала, поэтому можно управлять сразу 4 кондиционерами в одной комнате, или там, допустим, кондиционером или телевизором одновременно. Вот, то есть, в принципе, он совмещает в себе возможность управления каким-то девайсами, которые никак друг к другу не привязаны. То есть это кондиционер и телевизор. Допустим, какая-то авиааппаратура и там какая-то еще авиааппаратура. Да? То есть они никак не завязаны, но он ими всеми управляет. Вот. Также есть еще очень крутой терморегулятор Downsliding Connect, который ставится на термоголовке на батареях. И он это единственный девайс, который работает по алгоритму PID, то есть он плавно регулирует открытие и закрытие клапана, что позволяет достигать различной температуры довольно быстро и ее комфортно регулировать. То есть там он плавно регулирует, поэтому идет экономия ресурсов благодаря этому. Вот, точно такой же EuroTwinning Stella Z, только мы замечаем, что вот тут у нас есть варианты там переключения, да, там кнопочки вот эти вот есть. У Stella Z этих кнопочек нет, поэтому им можно управлять только непосредственно с интерфейсом умного дома. Вот, есть термостат DunkSRS, который позволяет конкретно выставлять какую-то нужную температуру и имеется датчик температуры. В принципе, все. То есть без проблем девайс, который вот как выключатель только вот температуру задает.
Также есть штука, которая перекрывает клапаны шарова, то есть для этого мы, как понял, у нас есть только возможности перекрытия концевых клапанов. Сейчас вот есть еще вот Danfoss, это называется не ZFRS, это называется Pop-Hole Stop, то есть Gas и Flow Stop, то есть которые типа могут газ перекрывать, могут там воду перекрывать. Вот, и они перекрывают, соответственно, шаровые клапаны и питаются устройство от USB. В принципе, любой там клапан он перекрывает, то есть у него, в принципе, довольно-таки мощный поворотный момент, у него мощный, да, то есть он, в принципе, это делается довольно резко, то есть любой клапан за 10 секунд перекрывает и плюс крепится на хомутик, то есть крепление очень простое, на любую трубу, в принципе, крепится. Вот, и что еще у нас имеется у них дом? Это мультимедиа, соответственно. Да, в мультимедиа у нас есть Thermotek ZXT310, который управляет вообще всей аппаратурой, которая есть только в доме. Но опять же, ее нужно грамотно настраивать. И есть, допустим, девайс посимпатичнее, получше, чем вот этот вот Rimatek, который позволит, соответственно, все это корректно настроить. Вот, управляет сразу шестью каким-то элементами, то есть это там 6 элементов и EV аппаратуры какой-то там, ими всеми можно одновременно управлять. Плюс, ну, как бы записываем любые команды, то есть даже если там какой-то ноунеймовый бренд, который никак нигде не известен, мы точно так же сможем настроить его с помощью Rimatek ZXT310. Ну и Global Cache, это штука до сих пор непонятная, которая управляет тоже вот всеми ИК устройствами по Wi-Fi. Интеграция есть только в ZWSoft, то есть в Raspberry, да, и по сути, ну, никем не используется, потому что это вообще, ну, какие-то нечеловеческие вещи, не сделаны для машин, машины для машин, поэтому не будем в этом копаться, разбираться. Вот, напомню, то, что есть во все это тоже, их можно, все эти девайсы включать в Iridium и Tron, соответственно, все эти девайсы будут интерпретированы так, как эти интерфейсы представляют. Вот, мы потихонечку уже заканчиваем, так что не волнуемся, все у нас в порядке по времени. Еще есть устройство DIY формата, это формат Do It Yourself, то есть сделай сам. И что это за девайс? Это два девайса сейчас конкретно есть, это вот Fibre Wilson сенсор. Для чего нужен? Для того, чтобы на него кучу цеплять датчиков температуры, то есть на него можно прицепить 4 температурных датчика. D18, P20, то есть по OneWay они подцепляются. Плюс на него еще можно подключить два любых бинарных датчика. Ну, не помимо, а то есть вместо этих четырех. Также можно подключать разные кнопки. С помощью этой штуки можно интегрировать какую-то SCADA-систему. Можно автоматизировать охранку, да, то есть, допустим, если у нас уже стоит охранная система, мы хотим, чтобы она не только там дом присылала пуш-уведомления, а еще там, ну, реагировала центральная панель, то мы можем подключить тут сенсор к сухим контактам, да, той центральной панели, и на нее сообщать уже какие-то действия параллельно с нашим умным новым. То есть, в принципе, довольно универсальное устройство, но не самое универсальное, которое есть в ДТР. Самое универсальное все-таки это у нас Zuna. Zuna это вообще это просто пушка на самом деле, потому что это девайс как Arduino, разрабатывается, кстати, в той же среде, разрабатывается в Arduino IDE. И для чего это нужно вообще? И это нужно для того, чтобы сделать любой девайс, которого вообще в ZWave сейчас еще нет, но вам он нужен. То есть мы берем Zuna, мы берем разные к нему модули, да, то есть там какие-то релешки или датчики берем, покупаем, подключаем к этому модулю и все, все работает. Любой девайс сделан. И на нем очень много разных кейсов есть. В принципе, такая плата разработки, да, в принципе, если интересно, можно вот на этом сайте посмотреть. Сейчас напишу. Вот, на этот сайт заходите, и, в принципе, там много информации о положении, и вообще, в общем, с помощью нее можно там сделать один девайс с 10 каналами, то есть, допустим, и это, в принципе, реально работает, то есть там можно 10 релешек повесить и всем этим сразу управлять. Это реально работает, в Европе она довольно-таки уже популярна. В России, ну, вообще в России производится, но играет по большей части в Европу, поэтому
в России они мало кто слышит, и если слышит, то если какой-то разработчик, то он сразу берет это, потому что это прям вау, крутой девайс. Вот, и также есть еще такой тоже девайс, который не часто используется, потому что это уже готовое законченное решение, а по большей части всех интересует, как интегрировать уже что-то, что-то уже купленное, типа там какой-то вытяжки сразу за твоих. Поэтому вот такие вот вытяжки, да, как Zigeny, они не пользуются большим спросом, но тоже есть. То есть, в принципе, это такие проветриватели с датчиками CO2, которые позволяют, они работают в паре, они, естественно, проветривают помещение в случае какой-то загрязненности, да, то есть там загазованности, загрязненности. Вот, и, соответственно, это просто готовое решение, которое, в принципе, тоже существует, его можно спокойно приобрести, если даже каких-то систем вытяжки нет, то можно такую сделать децентрализованную вытяжку. Вот, еще есть очень крутые, симпатичные дизайнерские печатели Vitrum. Их вообще куча болит, их очень много разных форматов. То есть там есть одноканальные, двухканальные, там, четырехканальные, трехканальные, шестиканальные девайсы различные. Там есть и диммеры, и релеи, и вот эти вот батареечные выключатели, про которые вот я вам раньше рассказал. Вот, и у них еще дизайн эксклюзивный по причине того, что там тут панелька, она может быть какой угодно, то есть там и стекло может быть, и камень, и мрамор, вообще все что угодно можно поставить, но это такое как бы уже для категории людей, которые в этом видят толк и на это готовы деньги отдавать. В принципе, они не столь дорогие, но вот, соответственно, они такие прям дизайнерские, они еще сенсорные. Вот, и теперь давайте уже потихонечку резюмировать то, что у нас сегодня было. Мы говорили сегодня про Z-Wave, и мы поняли, что Z-Wave, в принципе, это довольно-таки легко. Почему легко? Потому что все эти девайсы, которые, о которых я сегодня рассказал, да, они, в принципе, ставятся любым человеком. То есть даже там без каких-то технических знаний, там можно датчик повесить на стенку, то есть еще это будет работать. Если кто видел, да, то вот у вот Рубитек довольно обзор каким-то ребятам тоже свои комплекты, и там вот ребята, которые особо даже в этом не разбираются, в принципе, тоже все это поставили, все это настроили, то есть, ну, как бы, поэтому это все было реально очень легко и просто, и, в принципе, за твоих альтернативен точно так же просто настраивается, да, вот, и все это очень комфортно, то есть и по освещению, и по климату, и по кондиционеру, в принципе, это все можно самостоятельно поставить, вот, но есть еще, опять же, сложные задачи, которые требуют наличия каких-то определенных знаний, или же просто требуют инсталлятора рядом, и что это вообще за вещи, это интеграция с другими протоколами, это там проточная вентиляция, там это управление жалюзи теми же самыми, там оповещение, там голосовое управление, интеграция с охранными системами, видеодомофония. То есть вариантов то сложных каких-то задач реально очень много, и тут же мы опять видим, что умный дом это не просто там свет, там что-то еще, это полностью это целая глобальная система, которая позволяет вам жить легче, да, то есть тут очень много разных удобств, которые закладываются, ну, с помощью этого умного дома. И, соответственно, если их не будет, да, там, ну, по собственному опыту, если там каких-то элементов в жизни не станет, допустим, там умного освещения, будет очень некомфортно. То есть это реально очень приятная, комфортная вещь, которая, если отказываешься, то очень сильно страдаешь. Вот, ну какие комплекты есть, я уже рассказывал про комплект умного дома в коробке, это вот именно такая базовая штука, которую можно поиграться, она ни на что серьезно не претендует, то есть внутри там 5 девайсов и контроллер, и они просто знакомят, по сути, пользователя с тем, что такое умный дом и что с ним можно делать. То есть просто здесь просто лежит охранная сигнализация, да, и какая-то розетка, и все. Довольно популярная вещь, потому что ее очень круто показывать конечным пользователям, то есть просто как пример того, что вообще такое умный дом и для чего это надо. Вот, и частотный вопрос. Ну, я думаю, что все поняли, что есть две частоты, европейская и российская. И сейчас я скажу, почему, ну, не сейчас, чуть попозже скажу.
И вот европейская чистота, она часто ввозится в Россию в чемоданах, да, то есть нелегально, и продается там подешевле и прочее. И, в принципе, это абсолютно окей, потому что, ну, всегда есть такие, ну, барыги, да, которые возят там какое-то дешевое оборудование, и, то есть, на этом как-то маржу зарабатывают. По факту это уже сейчас не будет иметь смысла, потому что если реально введется закон об НДСе даже на физические лица, которые будут откладывать этим НДСом на ВОЗ и непосредственно тех, кто там что-то заказывает из-за рубежа, то, в принципе, все эти такие вот варианты черного ВОЗа, они будут исчезнуть, ну, они исчезнут и все. Вот, по факту, если там хотите ставить там какие-то дешевые системы, но делать это неофициально, то да, можете использовать там европейский рынок, там закупать оборудование и жить счастливо, но ну ладно, не жить счастливо, да, ну, то есть у вас постоянно будет такая небольшая паника, что это в принципе не особо легально и ну, нет сертификатов, и если будет просить сертификаты, то вы ничего продать не сможете, и соответственно есть вариант пострадать, в общем, от такой установки, да. Вот. А если же, допустим, брать в России оборудование сертифицированное со всеми этими, то таких вариантов, естественно, быть не может. Вот. Но я думаю, то, что, в принципе, это уже полностью уходит от конкретно смысла, потому что сейчас уже все будет примерно по цене одно и то же. То есть сейчас вот организуют типа ввоз оборудования, и он будет примерно одинаков и на российскую, и на европейскую частоту. То есть там юрлица будет с такой же стоимостью возить, как и физические, по факту. Вот, ну и, соответственно, европейские и российские чины вообще отличаются тем, то, что, ну, во-первых, самой частотой, да, то есть европейская это 868 МГц, российский 869, то есть там буквально полмегагерц разница, а вот они между собой не работают вообще никак. Ну, соответственно, в чем прикол европейских? В том, что это просто дешевле. Это единственный ключевой аргумент, который реально по факту есть. В российских чем приятны российские, тем то, что они имеют все сертификаты, РСТ, РЧЦ, и они официально для ввоза и замены оборудования вообще элементарно предоставляются. То есть, если там заказывать у нас, то это вообще буквально 2-3 дня замены происходит, и поддержка есть, и то есть все с этим, ну, то есть реально плюшек за то, чтобы пользоваться реально российской частотой, очень намного больше, ежели чем европейская. То есть европейская только цена по факту. Но вы теряете какую-либо поддержку от компании, которая этим занимается, вы теряете возможность быстрой замены устройств. Это, ну, как бы не очень выгодно. Вот. И, соответственно, тот слайд, который вообще должен был быть в начале, это слайд нашей компании, но почему-то он оказывается здесь. И, собственно говоря, немножко расскажу о нашей компании, чем мы занимаемся и почему с нами стоит вообще работать и кто мы такие. Наша компания основалась в 2009 году Полтораком Сергеем, и мы начали работать с разным ZTF устройством в России. После этого мы добились создания российской частоты в 2012 году, то есть под нас была выделена от ZTF Альянса выделена частота российская, и мы начали импортировать это обратно в 2012 году. Чуть позже мы начали уже делать все открытую и официально, естественно, да, и начали уже развитие непосредственно этого бренда, и начали вот просветительную деятельность с 2013 года. И до сих пор этим занимаемся, всем рассказываем, со всеми делимся, всем предлагаем, даем возможность для развития. Ну вот и сейчас у нас, ну, сотрудники у нас есть в Германии и в России, примерно 10 сотрудников в России, 7 в Германии. Все они работают, естественно, на благо развития ZTWAVE бренда вообще, как, ну, в целом. Вот, и почему с нами стоит работать? Потому что у нас очень большой спектр оборудования. То есть вообще, то есть такого спектра оборудования ни одного импортера в принципе нет. Плюс у нас еще отличная поддержка техническая и отличное обучение всем, ну, как бы всем премудростям ZTWAVE. То есть вы
не просто берете оборудование, да, там, допустим, там, взяли оборудование, ставите его, но вы также еще учитесь это делать, как это делать правильно и вообще, то есть, по сути, не боюсь сказать, что вот какая-то наша компания, наши эксперты, это гуру за твоего, которые реально понимают и разбираются в том, что они делают, поэтому вот вы не просто берете оборудование, вы еще берете полностью знания, которые мы вам с удовольствием передаем, и то есть вы становитесь реально квалифицированными, интересными специалистами, которые там могут вообще со всеми, по такому конкурировать. Плюс у нас всегда все в наличии на складе, да, то есть у нас склад довольно широкий, с большим спектром, и то есть там все всегда есть, и постоянно какие-то привозы есть, в общем, с этим все круто, всегда все в наличии. Плюс мы еще сами разработчиками являемся, поэтому сами делаем оборудование, и если вы пользуетесь какое-то нашим оборудованием, да, то мы оказываем, ну, то есть мы оказываем самую лучшую поддержку на, ну, по нашему оборудованию конкретно, да, и, соответственно, если какая-то там есть проблема или недоделка, то мы ее решаем в течение там пары дней буквально. Вот, плюс еще мы помогаем на начальных этапах, мы помогаем в проектировании разных систем, мы помогаем в настройке, сопровождаем первую пару объектов ваших, плюс порой еще даем иногда заказ. Газики какие-то, да, то есть там какие-то заявочки нам тоже приходят, мы вас, вам перенаправляем, если мы вас правильно оцениваем как специалистов каких-то. Ну, соответственно, у нас есть еще индивидуальные условия, если вы реально заинтересованы в именно установке этих умных домов, в развитии, да, и то есть видно то, что у вас глаза горят, руки делают, да, то мы с вами обсуждаем какие-то индивидуальные условия, которые немножко вне прайса идут, да, то есть там какие-то более гибкие, какие-то более приятные для вас, чтобы вас как-то мотивировать для развития, соответственно. Вот, соответственно, на нашей компании все. Тут у нас, кстати, еще вот я забыл кое-что рассказать. У нас же не просто протечка, да, у нас же был вообще полностью фигня, если бы там была протечка, да, и мы бы они просто знали, если бы она не перекрывалась. Как перекрывается протечка? Берется, в общем, электромагнитный электрошаровый клапан, который управляется с помощью такой вот реляшки, да. Вот. И в случае чего-либо реляшка замыкает, но в случае протечки, да, если там датчик протечки сработал, то реляшка замыкается, и, соответственно, что происходит? Реляшка замыкает, клапан электромагнитный, он перекрывается и закрывается. Вот, в принципе, так это и работает. Вот. И, кстати, вот еще очень важная вещь, почему. Как вообще можно ставить этот умный дом за твоих? Почему он как бы так ненапряжен, приятен, и он постепенно-постепенно входит в вашу жизнь, и вы даже это, возможно, даже не заметите? Потому что система модульная, то есть есть возможность сделать автоматизацию не сразу там за 2 часа там, или 2 дня там, сразу все поставить, а к этому довольно-таки модульно подойти, комплексно, то есть полностью с полным осмыслением, с такими попытками все это поставить себе. Вот, допустим, с чего можно начать? Можно взять там себе стартовый какой-то комплект, да, то есть состоящий из трех девайсов, там из RGB модуля, там из датчика открытия и розеточки, плюс контроллер там еще будет один. Вот, из четырех девайсов мы там куда-то поставим, к примеру, в гостиную, начнем пользоваться, попользуемся там где-то месяцочек, поймем, то, что нам это не нужно, и все это просто, как бы, не знаю, продадим, выкинем, да просто там в темный угол сбросим. Вот, то есть на этом все. На самом деле нет, если нам реально как бы понравилось, да, то мы поняли, что это довольно прикольные вещи, мы что-то еще поставим, то есть мы, допустим, еще поставим что-то в прихожую, какую-то охранку, да, то есть там охранку, освещение. Тоже там 4 девайса, буквально там 20 тысяч, там спустя там месяц или два, то есть мы даже, по сути, можем это и не заметить, да, то есть там можно там вообще по устройству в месяц брать, и это никак не будет бить бюджет. Но все-таки интереснее брать сразу сколько-то там, какое-то количество устройств. Вот, и, соответственно, поставим там в гостиную, в прихожую что-то поставим, там датчик открытия двери с сиреной, там освещение поставим, датчик безопасности еще поставим. И вот у нас уже два модуля, то есть это гостиная автоматизированная и прихожая автоматизированная. Вот, потом мы на кухне что-то поставим, там, допустим, какие-то еще через месяцочек поставим, там датчик дым поставим, там релешки для управления освещением, теплый пол поставим, тоже сирену поставим. И вот со временем, через пару месяцев, да, у нас уже получится вот такая большая-большая система, в которой куча устройств, и мы, по сути, оглядываемся и понимаем, что до этого мы дошли, как бы не сразу все это поставили, и мы сначала
планы мы это ставили, к этому плану мы привыкали, осознавали то, что нам это нужно или не нужно, и уже гибко для себя выделяли конкретно, что нам нужно. Вот это вот, ну, как бы довольно-таки правильная система инсталляции, как и для конечных пользователей, так и для инсталляторов, то есть как бы показывать поэтапно, что вообще конкретно нужно человеку или что не нужно человеку, как это правильно ставить, как этим правильно пользоваться. И вот такая комплексная система, ну, позволяет понять необходимость умного дома для конкретного человека. Если не нужно, то можно сразу остановиться и не делать какие-то большие вложения, потому что, в принципе, это разумно, что не все готовы пока как бы пользоваться такими благами, потому что, во-первых, это для кого-то дорого, для кого-то это просто ненужная вещь, то есть, что я там могу спокойно сам дойти до выключателя, кнопку нажать. Вот, то есть, это абсолютно разумно, и, опять же, ну, не под всех, поэтому так вот нужно попробовать это сделать. Соответственно, комплексная система – это всегда круто. Вот, ну и, соответственно, у нас еще что есть. Андрей нам дал ссылочку на наш YouTube-канал, туда стоит определенно заходить, потому что там есть очень полезное видео для настройки какой-то базовой автоматизации, на Raspberry там есть видео, про Home Center там тоже видюшки есть, там, в принципе, и разные обзорчики есть. Вот, и, соответственно, если вам это интересно, тоже гляньте, посмотрите, очень полезная вещь там находится. Сейчас я еще раз продублирую вам YouTube-канал. И, кстати, на этом все. Спасибо вам, что потерпели меня. Спасибо мне, что я все это рассказал. На слайде последняя моя почта, мой номер телефона. Можете мне писать, звонить. И вообще на все расскажу. Все расскажу, все подскажу, на все вопросы отвечу. Но я сейчас в отпуске, поэтому лучше пишите, ладно? Спасибо. Любой минимальный набор должен входить в контроллер. Павел, желательно. То есть можно, в принципе, сделать все это ассоциативно, да, то есть, допустим, если вы там ходите в коридоре, да, у вас там в коридоре стоит датчик движения и какой-то там, не знаю, умная розетка или модуль для включения света, то, в принципе, можно и без контроллера. Но если там нужна какая-то сцена, там, допустим, хотите, чтобы у вас ночью там включался такой-то торшер в такое-то время, или там, допустим, так вот включалась, ну, подсветка, то да, нужен контроллер. На контроллере крутится вся логика, которую вы настраиваете самостоятельно. Там еще точно так же крутится интерфейс. Так, кстати, запись сделана. Так что на YouTube-канал заходите обязательно, ставьте лайки. Да, это тоже будет очень важно. Всем спасибо, да, еще раз, что посетили нас. Защита, да, есть. Об этом можно написать в личку Андрею. Андрей об этом расскажет. Андрей, вот, я, в принципе, даже сейчас напишу его почту. Немножко его подставлю, потому что, честно, хочу немножко в отпуске отдохнуть. Поэтому вопрос точно так же можно адресовывать вот сюда вот. Да. Дмитрий, на здоровье. Рад, что всем понравилось. Ищите запись на YouTube. Если какие-то вопросы есть, в принципе, я сейчас на минутку отойду, можете писать в чат, я найду вашу почту, вам могу даже отправить ответ на вопрос. Вот, и, соответственно, если кто хочет презентацию, да, то она, в принципе, вот у нас, она, я сейчас побольше ее выделю. Вот так вот я сделаю. Нет, так нельзя сделать. Ну ладно, в общем, она у нас вот тут сбоку находится, в общедоступных ресурсах, можете ее скачать, и также можете потом на YouTube запись посмотреть. Жду какие-то вопросы.